Раз, это камера теперь. Так, а что такое? Так, ну, парнишка еще один просил из группы электрона какой-то вопрос тоже озвучить. Ребята, сейчас, короче, камеру получилось, то, что одну почему-то не захотела она сразу завестись. Крупный план. Сейчас я переподключу ее, а потом, пока вы увидите только электроны. 5 человек сейчас вижу, то что в эфире. Сейчас я на общую пущу, и мы поздороваемся с вами. Так. Во, пошел, нормально. Вот так, наверное, мы поставим как-нибудь. Привет, вот это основная наша камера, Саша, будет. Окей, привет, ребятки. А? Класс. Да, сегодня будет стрим у нас на тему электрона. Ну это и, естественно, ответы на вопросы. Пока нормально слышно, послушайте. Ну, напишите, послушайте, говорю, напишите, черкните нам. Так. Шнурок этот еще мешает, наверное, вот так, да? Мы ее сейчас замастырим. Опс. Ну, нормально. Так, это у нас одна камера, а здесь еще будет другая. Серж Вишняков. Здесь вот вопросы, ну, да, будут писать. Окей. Привет, Серега, электронавт. Салют, ребятки. Сейчас пока 7 человек. Коля пришел еще. Привет. Задержка вот непонятно, большая или небольшая, сейчас еще пока особо не ясно. Наверное, немного подождем еще, сейчас подойдет кто-нибудь, чтобы побольше было. И ну, все, которые сейчас в чате, вот я вижу, да, те, кто знакомы с Сашей, вот, потому что сами электронавты. Ну так или иначе все пересекаемся. Да. Вот, сейчас просто... Да, конечно. Это нельзя, ну, не лучшая реклама там повторять, но я с вейпом сижу, там, с этой штукой. Да ладно, не заметно. Я просто пытаюсь курить, не курю уже 4-й день, и вот это вот, как мудила, хожу с этим дерьмом, ну, вроде ничего. А что это такое вообще? Ну, Айкос. Я такое не пробовал. Выдала мне подружка, типа... Оно когда руки чешется, вроде так, ну, знаешь. Ну, это не табак, да, или все равно как табак? Слава богу, не трава. Это табак, это такие маленькие типа штуки. Она тоже не горит. Там открыто. Не горит, да? Не, она ничего. А то у меня эти все работают. Не, она не горит. Это как твоя даже такая. Мне даже этого нет. Вопрос задавали. Привет, Макс еще подключился. Как вейп себя ведет в студии? Вот. Ну, конечно, лучше вообще не курить. Здесь как бы никакой пропаганды нет, но я уже говорил то, что когда в старые времена в любую студию заходишь, этот вот капец, смак просто стоит. Мне кажется, было так фаны, как говорится, все в тумане таком. Ну, знаешь, вот есть такая тема, то, что от этого... От вейпа на окнах, там, на стеклах. Ну, смотри, если там компания большая сидит, все парят, конечно, да. А у него же нет смолы, вроде как. Нет. Ну, смолы нет, но он все равно глицерин наседает, как бы все есть такая тема. Но как бы прям такого трабла нет, как от простых сигарет. Еще вот в малой студии, когда вот внизу вот это помещение было, там же вообще войлочное полностью. Все, ну, это основа была, и оно впитывает в себя, и вот этот запах потом остается. Причем, как бы, сначала пытаешься, ну, как на улицу всех выпроваживать, ну, и сам ходишь туда, потом все равно какой-то проект, вот, в него погружаешься, сидишь, раз там, и не выдержал, закурил, и вот духан этот потом неделю, нет, не выходит. Так, это мы по вейпу прошлись. Собственно, об этом сегодня речь в основном. Да. Лучше вообще не курить, конечно. Какие-то вопросы можете позадавать сразу, там, если 11 человек сейчас, я вижу,
зашли в гости. Значит, Саша, уже сколько, 3 года точно, да, на электронах? На электронах? Да. Или ну, там, наверное, да. Не, ну, да, пару лет, 17-й, ну, сейчас 19-й. Ну, вот уже черные сменились, да, на серые. Да. А первый серый я так, к сожалению, мне только в гостях удавалось поиграть. Угу. Тогда мне что-то казалось, что это слишком все круто и дорого. Угу. Ну, давай такой в традиционном репортаже, тогда некоторые вопросы позадаю, а ты, ну, расскажешь там. Давай. Вот. Ребята, вы можете участвовать, тоже писать какие-то вопросы, да, и мы будем отвечать на них. Кстати, я сейчас смотрю, мы, получается, смотрим в экран, а там это находится. Наверное, все-таки камеру логичнее вот так вот поставить, вот так, чтобы нас было, да, видно. Да, по-моему, все супер. О, да. Сейчас хоть примерно будем смотреть там на экран. Я помню то, что в свое время ты работал плотно на Аблике, да, какие-то там железки проходили, вот, но прям вот так вот окунулся, именно первые коробки такие вот серьезные, да, секвенсор, это именно электронный. Ну, у меня как получилось, у меня на одном, у меня группа, мы играем такой синти с живыми инструментами. Да, ну, это если кто-то еще не знает, я тоже вот я забыл сразу представить, да, сказал то, что немножко позже это сделаю. Саша, да, это проект «Модель поведения». Вы можете посмотреть его творчество. Ну, электронавты знают, потому что уже там размещали вот свежие твои композиции. Да. Вот. Ну, а кто не знаком, просто можете посмотреть, наберите «Модель поведения», да, группа «Модель поведения». 100% сразу там кучу-кучу вот разных треков и видеоклипов там вы увидите. Вот. Значит, это симбиоз живых музыкантов постоянно вот, да, у тебя, да, вместе в проекте. И плюс, ну, электронщина, да, наша стихия, так сказать. Вот. И получилось так, что 3 года назад, да, ну, история была максимально простейшая. Да, подсел, причем подсадили меня даже... Короче, один из концертов закончился... Ну, я думаю, что ну, если не у большинства, то у половины такой случай бывал, когда синий экран прямо посередине концерта, прилично людей, все этот, и такой еще очень импульсивный трек там с гитарами на дисторшен и все вот это вот, и вешается комп окончательно, это тогда еще на винде все было. Ну, с тех пор как бы появился запрос как бы уйти от компьютеров. Маки себя показывали лучше, но и эти болельщики тоже мы все очень хорошо знаем, и там тоже все не слава богу. Хотелось, ну, это вообще в формате группы также еще, вот не хотелось нам экранов вот этих вот голубых светов на сцене и все вот этого вот. И появился запрос на то, чтобы пересесть на какую-то стабильную, узкопрофильную, функциональную вещь. Mm. А я помню, слушай, ты тогда приходил и говорил, я хочу себе минимум, вот, маленький экран, не надо мне вот такой, вот, но чтобы он меня как бы вот сконцентрировал. Это чистая правда. Для большинства музыкантов знакома такая история, как дефицит внимания, рассеянные вот эти все вещи, и каждый знает, что каждый из нас стремится к тому, чтобы обрасти синтезаторами вот на вот этом фоне, но в конечном счете он втыкается во что-то, вот в одно любимое, в одно, в два, в три предмета, там, где он как бы получает ответы на свои вопросы. Причем это, ребята, вот если кто-то подошел, не электронавты, да, это относится не только к электронам, к другим коробкам также, но тот же Мэшин, да, вот я 100% уверен, сейчас из 17 уже кто пришел, да, вот, подключается к нам, есть те, которые работают с Мэшин, да, то же самое, да, симбиоз, чтобы вот ты ушел в нее, как компьютер, просто как блок питания рядом, и то же самое, там, концентрация на коробке, чтобы не это. И в начале, я помню, ты начал, ну, подбирал драм-машину, у тебя была цель такая, да, вот. Ну, не столько драм-машину, сколько меня интересовала возможность уйти от, еще раз говорю, от компьютера, от вот этих сцен, от ненадежных проводов, от звуковых карт и вот этих всех вещей, в сторону какой-то понятной, законсервированной, так в моем понимании, вещи, чтобы... Но при этом сразу был набор как бы обязательных функций,
которые, по которым я уже начал ориентироваться. То есть, грубо говоря, например, у нас такая история. Мы играем с живым барабанщиком, и ему элементарно клик нужен. То есть, ну, тоже абсолютно понятная вещь. Но, допустим, многие сэмплеры, которые мы пересмотрели, они могли либо не обладали выходом 3-4, что тоже оказалось часто, либо они, допустим, не могли в 3-4 отправлять отдельно клик. Грубо говоря, вот на тот момент поисков выяснилось, что так-то трек, допустим, обладал этой функцией. То есть сразу уже какая-то в копеечку пошла история. Ну, в принципе, привлекли как бы железки компании «Электрон». А первый лайв, по-моему, ты выступал вместе с Терри, да, или, ну, ты, я, по-моему, был, да, тогда, когда первый раз электроны, именно да, на электронах, на тренинге ты играл. Тогда была такая история, что... Расскажи про ту вечеринку больше, там. Как звали этого парня, у меня вылетело из головы. Ну, Тонер был. Джимми Тонер. Джимми Тин, да. Прикольный да. Мужик, забыл чемодан. Старенький. Возили. Забыл, ему, да? Забыл он чемодан. Я ему в Финляндию возил чемодан. Come on, baby. Да-да-да. Помните трек? Ну, и так. Тоже путаются в этих... Кстати, по поводу барабанного клика, частый вопрос в группе Machine Master на русском тоже, вот на Machine можно это сделать или нет? Можно, ну там видос я снимал, отправлял, то что настраивается это. Короче говоря, нужно было что получить? Доступ. Изначально задача вообще построилась простым образом, то есть хотя бы хотелось какой-то, я понимал, что получить там многообразие, там 30-40 каналов, там, ну, едва ли получится железными, там, да, какими-то, ну, ограничениями это все продиктовано. И хотя бы какие-то там плейбеки с сэмплами, но так, чтобы как бы вот уже хотя бы барабанчик был подключен. Поэтому, сейчас кто позже подошел, это речь о лайвах сейчас идет. То есть как Саша работает. О том, как мы устроены. Да? Да. То есть, грубо говоря, у нас, если говорить о том, что произошло, ну, в конечном счете, к чему мы пришли. В Octatrack мы первое время размещали даже вплоть до плейбеков каких-то. Пользовались аранжем, барабанщик под это все играл, басист, гитарист, другие приглашенные музыканты в этом всем участвовали. У меня по MIDI отдавал это все на железные какие-то там внешние синтезаторы. Мой концертный постоянный синтезатор Muxup 37. Когда беда в том, что я пою в этой группе, и время от времени мне нужно... Честно сказать, не всегда получается... Как человек-оркестр иногда выступает. Порулить окту, поиграть на муге и еще в этот момент что-то попеть, ну вот как-то не хватает. Я думаю, что это тоже в порядке вещей. Поэтому второе свойство, которое меня привлекло в Octatrack, это то, что я могу, допустим, в моменты, когда нужно там куда-то отойти в зал, там что-то обратиться к микрофону, какие-то вещи, можно элементарным образом уйти в сэмплы, когда это не нужно, сэмплы погасить, продолжить играть, отправлять, не отправлять, вот этот весь функционал стал раскрываться. Причем, что интересно, чем больше копался, тем меньше и меньше каналов оказалось, что мне нужно. Сейчас можно играть долго вообще на одном паттерне, при условии, что какие-то звуки подготовлены, ну и ребята знают свои партии, разумеется. В Octatrack мне одна вещь меня, честно сказать, поразила, очень сильно расстроила, об этом я стал понимать, когда у меня уже был А4, но к А4 такой претензии... Про BPM-то, да? Да, про BPM. А4 у меня уже на тот момент был, но как-то к нему такой претензии нет. Инструмент был ведомый, и как-то я с этим не особо переживал, но вот... Сейчас, секунду. Да. Ребята, я вижу то, что вы пишете, да, вопросы. Попозже чуть-чуть сейчас мы начнем отвечать на них. Сейчас пока Саша расскажет эту основную историю. А потом... Да, а потом бахнем, да. С удовольствием. Да, и у Octatrack до сих пор нерешенный вопрос с BPM. Приходилось пользоваться оранжем. Оранж, ну, режим аранжировки, знакомый многим. Вещь интересная, но беда в том, что он, получается, обрезает нам возможность, собственно говоря,
ну, какой-то очень сужает нас по времени, да, ставит нам ограничения в плане аранжировки, например, завелся кто-то из музыкантов, что-то такое происходит, джем пошел, и классно, классно бы оставаться на этой петле, да, и можно соскочить с него, остаться вот в этом вот, вернуться назад, но в концертных условиях, когда 5 человек шпарят музло, когда там еще где-то что-то надо вспомнить, куплет на припевную какую-то вот эту структуру, это режим показался, ну, слишком, я не знаю, математичным, как-то так, да, вот эти вот, ну, все, да, вот эти оно ж... прыжки туда-сюда, это все очень гасит концертную энергию, вот эти вот, да, вот, вот таких каких-то вещах я говорю, и вот... Вот эти паттерны надо было еще не удержишь это в голове, где-то надо какую-то там что-то строку там, да, вот бывает. Сейчас, ребята, если кто-то не понял, здесь фишка про BPM какая, да, то, что у Саши не как традиционный лайв, там, сет какого-нибудь электронщика, да, там он бахнул там техно-сет, да, или там какой-то хаос. У него просто, ну, песни. То есть треки, да, вот мы играем нон-стопом, да. Но это песни, в которых, грубо говоря, и для нас это нормальная там, история. То есть да, отыграть 130, а следующая там бух, раз, бах, там на 100 пошло. Упала на 100, да. Это совершенно нормально. То есть, и поэтому там проблема какая в октотреке, да, то, что именно в паттерне, ну, нельзя запрограммировать заранее разный BPM. Это можно делать в октотреке только в режиме, когда ты в аранжировщике. В аранжировщике можно настраивать там эту штуку, но это не удобно, неудобно, именно как потом выяснилось, да, для работы. Это для очень ограничивает, да. Но проблему решил, да, и об этом. Ну, такое, да, такое, ну, это трудно назвать лайфхаком, конечно, там, и наверняка уже большинство тоже. Короче, малыш повел мастер, но стал мастером. Да, да, вот. Сейчас я переключусь на эту камеру. Да, несколько дней назад появился вот такой вот малыш. Всем знакомый Digitact, который BPM в паттерне хранить умеет. Без проблем. То есть в каждом паттерне можно сохранять свой BPM. И вопрос решился сам собой. То есть он мастером уже является, а здесь, ну, вот, рулится, отправляет, ну, транспорт, клок передает у нас этот мастер. И как изменилась вот логика, буквально это все происходит прямо сейчас, что сейчас изменилось? То есть, грубо говоря, вот у нас Digitact. Можно включить, показать. Вот у нас, так как у барабанщика еще, помимо живых барабанов, также он использует дрампэд. Получается 10 каналов на нем. И 4 из них медированные ко мне. То есть вот эти 4 мы сейчас назначаем какие-то в конкретных треках. Какие-то звуки вызываются. Чем это еще хорошо? Естественно, он стучит, тут же на него какие-то ревера накладывают, да, какие-то вот такие вещи, в том числе пилоки, все это срабатывает, это очень интересно. А запусти, ну покажи, как он мастером работает. Там, кусочек, ну, к сожалению, барабанщика я с собой не привел. Не, я имею в виду, там, что он сейчас запускаешь его, а тут запустится, ну, да? Да, ну там, не, грубо говоря, там... Мы сейчас, ну, это понятно, да, что как, ну, вот, побежал, да, тут у нас длинный какой-то квадрат, вот он там бежит. Сейчас несколько партий здесь, я правильно понимаю, здесь играют несколько партий, те, которые идут, чтобы полностью аранжировку услышать, нужно, чтобы другие исполнители были, ну, да? Ну, да, это, конечно, так и есть, но этот смысл в том, что, ну, мы сейчас вот буквально, дело в том, что... За 10 минут до... Я приехал к Диме сейчас с репетиции, где мы наконец-таки все это оттестировали. Чисто техническая у нас была история. Вот мы все проназначали вот эти каналы, разобрали, что вот это вот у меня забирает барабанщик, вот эти 4 звука забираю я себе. Сюда я списал там уже там, ну, вот буквально там за вчера немножечко там звуки с домашних больших синтезаторов, которые мне не хочется таскать с собой. Ну, вполне как бы реальная история там для того, чтобы какие-то там... Ну, штуки такие поиграть прямо вот, ну, если там, допустим, ну, Диги зашел тебе, да? Мне вот оказалось, это очень комфортная история. Единственное, я до сих пор не смог для себя ответить. Может быть, Дигитон, может быть, был бы мне более интересен в том, ну, как бы, понимаешь, есть плюсы, есть минусы, да? С одной стороны, видишь, как интересно расчесали, то есть мы зашли в первый паттерн, нажали на плей, увидели заветную историю, что в актотреке меняется скорость.
что лично для нас оказалось потрясающей историей. И, соответственно, набор звуков сохраняет каждый паттерн под каждую песню. А, расскажи еще вот свою историю по Жальескам, да, вот сейчас переключу на другую камеру пока. Получается, первым, я помню, ты взял себе аналог ФО, да? Если мы говорим про электрон, да, то есть до этого я, ну... У тебя уже тогда были синты, я помню, когда Мофик был у тебя. У меня был Мофик X4, да? Вирус был, этот TI тоже очень прикольный. И рулил ты с Аблика. Ну, разруливать приходилось с Аблитона, все это было интересно, но... Я еще раз говорю, это много в разные стороны, иногда, особенно при каких-то переездах, каких-то таких вещах, это, ну, я не могу назвать этот способ комфортным, к тому же, ну, в контексте, как бы, вот именно нашей группы, там, где иногда надо мне взять, как, мне же еще гитару, гитару, микрофон, если бы, уже вокальный процессор, ну, то есть ты весь обвешанный, как мудила прешь куда-то, непонятно для чего. Сейчас, конечно, эти вопросы все позакрывались. Ну, вот, по сути, у тебя Octatrack, а ты обновил его по какой причине? Ты продал, потом пауза была, потом вернулся? Нет, я его продал просто моментально, и моментально же взял на замену вот этот вот у меня летел. То есть, получается, 3 года у тебя вот основной инструмент? Ну, вот, нет, не, не 3, на самом деле. Вот, 2.5. Знаешь, когда это вот с Хёртс мы выступали с этой командой? Вот это был наш первый концерт, когда мы на свой страх и риск на вот эту огромную площадку мы взяли с Octatrack, и он себе... Года 2 назад это было, по-моему, 1.5 года назад. Полтора года. Даже, так, просто у меня до этого был, у меня до этого был А4, и у меня еще чуть позже появился ритм где-то. Ну, они примерно в одно время у меня появились. И первые концерты мы играли с А4 и с ритмом, просто прописывая все паттерны, собирая эту историю и руля вот таким образом. Но не было возможности воспроизвести длинные сэмплы, ну, все вот эти известные истории. Поэтому... По-моему, уж летом ты выступал с ними, или конец... А, или... это было раньше, да. Да, это но я говорю, раньше, года два, потому что... Ну, еще... года два с теми, да. И года полтора вот с ним, скажем так. Ну да, да. Признаюсь честно, что когда первый Octatrack мне давался сложно, то есть очень смешная история, что я писал администратору группы ВКонтакте «Электронавтов», Жене Малашенкову. Вот когда я первые 3 месяца, я не понимаю, почему мне так трудно давался. И на английских форумах тоже там все писали, что это боль в жопе, только а не музыкальный инструмент. И к музыке он вообще не имеет отношения и прочее, и прочее. Такие же разгневанные люди. И я в какой-то тоже там в очередные 7 утра там с сигаретой уже в трусах просто от злости. Знаешь, там, что у меня опять я вроде, оно никак. Я ему пишу: Женя, ну вот это, пошел бы он к черту, на что мне просто сказал, что ты хотел от самой сложной железки в мире. Я не знаю, насколько он драматизировал, но мне... Драматизировал я. Он темпес не порулил, или что ты показываешь? Спектралис. Спектралис, да, он порулил бы спектралис. Темпес еще падла тоже, жутко. Темпес тоже. Да, да, да. Ну, как бы... Ну, там, знаешь, наверное... Его юмор меня спас. Скорее всего, тут такой момент просто есть, то, что вот электронавты, да, вот, допустим, которые начинали с других коробок, потом берут Octatrack, вроде как похоже, а реально коробка другая. То есть, да, есть какая-то часть. Ну, раньше на 10 лет выходила. И надо сказать, что очень четко видно вот эту историю, что вот вышел Octatrack, как это все упрощалось, шло вот навстречу к людям. То есть, вот я думаю, что из черных ритм, да, как выходящий последний. Но это вообще, то есть, инструмент, который практически не требует, да, никакого погружения. То есть, все на виду, супер, классная вещь. И, ну, опять же, обладает вот этими же болячками. BPM, всякие такие вещи. Если мы уже, ну, вот смотрим на Digitech, то тут уже, ну, вопросов не возникает уже вообще никаких. То есть, окей, там синтез, но такие вещи мы не рассматриваем, да. И переезд на второй Octatrack, наверное, это странно. Это тот же самый прибор, да, он громче, да, вот все, что говорят, все это совершенно правда оказалось. Мне кажется, и звук как-то покристальнее, чище. Возможно, опять же, из-за пересмотренной вот этой схемы техники. И, ну, тут громкость получается на 6 дБ разница. Громче, громче. Из-за того, что вход на старом Octatrack, как и на черных других коробках, там они... не балансная, а здесь уже балансная. Он, инструмент точно звучит громче, субъективно, по мне, он звучит чище, яснее, он более пробивной, как мне кажется.
И вот что любопытно, буквально несколько кнопок здесь поменяли, добавили, вынесли, все это тоже видели. Юзабельность повысилась. И вот, например, да? потрясающим образом повысилась юзабельность. Понятно, что там долго, когда возишься, уже это все под пальцами. Но вот, вот простой пример. Мы берем любой из черных инструментов, вспоминаем, что там круглые, серые, абсолютно одинаковые кнопки, когда они в ряд, когда есть 16. Ну, mm-hmm. вот так, бросая взгляд на живую там наковачиваю какой-то паттерн, это может вызывать легкое неудобство, потому что там не всегда увидишь там 9 или что-нибудь такое, там снизу можешь не сориентироваться, mm-hmm. причем мы помним, что там подсветка гораздо слабее, вот mm-hmm. только что мой приятель ID303, кто, собственно, забрал у меня первый октатрек, отыграл в Питере рейв и говорит, что вынужден был, в принципе, лайф играть с фонариком. Были у него такие сложности. Здесь они решили проблему очень просто, но это очень помогает жить. Они просто обвели сильные доли в квадрате. Вот простое решение, простейшее. Mm-hmm. Но это очень помогает, комфортно. Да, просто. Вот получается то, что тебе да. удобно. И на самом деле вот такие вещи, которые как бы, ну, на самом деле, как где-то увлеченный, погружен в процесс, приятно. Оно как бы тебе mm-hmm. все равно. Но так как это разложили, уложили, как они, сколько они отказались от вот различных комбинаций, вызывая, там, mm-hmm. как мы вызываем аранжировку, да, какие-то вещи. Да, у тебя по 2, по 3 маленьких коротких действия отвалилось. А это, ну, уже как бы workflow. То есть я mm-hmm. почувствовал, что вот этот инструмент, он мне прям с ним гораздо больше мне хочется время проводить. Я с ним гораздо меньше договариваюсь, гораздо больше куда-то вот в сторону результата лезу. Экран ярче, ну, это все понятные вещи. Mm-hmm. Ну, вот. То есть Digitac теперь верный спутник, а этот вот надежная машинка. А из электронов какие коробки у тебя еще остались? У меня сейчас есть еще ритм. Вот он последний у меня остался из черных. А Octatrek и А4 уже радуют следующих ребят, так скажем. Давай немножко посмотрим по вопросам, что там ребята задавали. Давай. Так вот я вернусь немного. Купил себе несколько дней назад Jamox Альфа Бэс. Неплохая железка, но есть кто-то так, но если кто-то смотрит в сторону Jamox, рекомендую взять Mbass плюс Mbrass плюс Digitac равно, ну, три коробки вместе получится дешевле и во многом юзабельнее. Но это вот пользователи, это Серега, пользователь электронавт, как бы сразу это. Ну да, да, есть такая тема. Кстати, я продаю вот X-Bass 3.9, вот там вот на полке стоит, да, она вот в идеальном состоянии. Вот, если интересно, пишите в личку. Вот, из тех... А, вот коробочка осталась. Ну, это вообще моя любимая. Я это навряд ли расстанусь с ней. Вот именно с этой коробкой. То есть бочки, да, вот как бы... Она сейчас вообще в связку классно идет с белыми коробками. Уже такая отработанная старая школа, старая практика. Вот, была еще белая, по-моему, я юзать давал тебе ее, да? Она бочка. Не, это бочка, а тот перкашен был белый. А, забыл, мы использовали его для того, чтобы... Там есть вход для триггера, угу. и угу. мы использовали ее для того, чтобы... Угу. Это дураковатая... Под проект конкретный, дураковатая короче. Схема, угу. то есть как бы триггер с рабочего шел угу. в нее, а с нее по миди она отдавала в ритм. Угу. Для того, чтобы можно было рулить рабочий барабанчик. Угу. Ну, какие-то там ну, были то, какие-то Сашина коробочка была. И она, кстати, здесь осела в Краснодаре у чувака такого, угу. чувачка-электронщика. Угу. Там колбасит угу. с ней. Ему зашла прям довольно такой. Он в этом в типографии на мастер-классе по электронам был тогда у меня. Ну, короче, угу. он и купил. Так, ну, хороший, кстати, совет, ну, вполне такой рабочий, то есть, ну, правильно сказал, можно попробовать, кому-то, я думаю, зайдет эта тема. Так, далее, Оля спрашивает, подскажите, как правильно подогнать по звуку все треки на лайв или загрузки при загрузке на Octatrek? Оля, что имеется в виду, да. по громкости или по скорости?
Просто да, как бы вопрос неточный. Первая мысль у меня по громкости, когда вот я прочитал. Ну почему-то мне почему-то кажется, что скорее по скорости. Оля имеет в виду больше по скорости. Да, потому что мы обсуждали этот вопрос, видно, написала. Потому что, ну, по скорости на что мы будем отвечать? Ну, если конкретно вы там в октотреке, то уже сказали, да, как бы повторим для Оли, то, что можно это делать только в режиме аранжировщика. Нет, я думаю, что она говорит о том, что когда она, если я могу только предположить, есть такая проблема, которая выглядит как проблема, по крайней мере, когда ты загружаешь какие-то звуки, он может некорректно отображать BPM. И вот, может быть, в этом контексте вопрос. А, ну это вручную тогда, третья вкладка. Это надо покажешь тогда? Ну, могу показать. Давай, да. Покажи, а я перещел прям вот все сейчас на экране. Этот. Ну, в зависимости от того, какое у тебя, тебе нужно зайти, допустим, там в сэмп. Редактор? Ну, там, да, неважно. Вот самое главное, попасть там в редактор, зайти в функцию, господи, получается, там не поменялось количество клавиш, четвертую вкладку, и вручную выставить оригинальный темп. Если, еще раз говорю, если мы правильно тебя поняли, да? Как-то можешь нам маякнуть вообще. Да, если том, что, там том дальше просто напиши, том, нет, том, да. Да, рассказали или нет. Да. То же самое. Если сам, не вот, то продолжим. Вот один в один, то, если у тебя черный октотрек, то же самое. Там, ну, так, это не важно. Один в один также, ну, то есть вкладку, да? Да. Получается четвертую в режиме. Также редактора. Есть еще вот эта штука, но на всякий случай, что бывает там какие-то, ну, десятые там доли секунды, да, все вот эти истории при миксдауне, допустим, может сложиться такая история, что тебе придется еще поюзать вот такие ручки, которые тебе говорят об этом, о стартовой, да, стартовой точке. Там смотри внимательно, там появится такой квадратик, который говорит тебе о том, что ты находишься На пике волны. На пике волны, да. Если можно на пальцах, нее тоже сориентироваться. Да. Если на пальцах, это вот получается волна, это сделано просто для удобства. То есть, чтобы не растягивать очень сильно эту волну, да, вот и четко выставлять, крутишь аккуратненько ее, если появляется там раз меточка, да, квадратик, значит, ты находишься вот на верхней части волны. Это, вернее, короче, я ввел заблуждение. Не на пике, а на стыке. Вот, то есть, когда вот нулевое положение, вот когда она ушла сюда, это делается еще для того, чтобы не было какого-то щелчка. Для щелчков, да. Да, вот когда ты отравниваешь как раз такие, да, эти вопросы. Ну, от щелчков это отдельная тема, да, там несколько есть вариаций, как избавляться от них. При лупинге там нужно выставлять именно в режиме лупа, немножко сдвиг делать, чтобы не было вот этого нюанса. Ну, как бы несколько вариантов. Если интересно, потом позже расскажу. Сейчас пока по другим вопросам проедемся. Так. Из Колтовича харизма дымом прет. Это паром. Это пар, это не дым, да. Так, добрый вечер. Андрей Град. Добрый вечер. Расскажите про... У меня нет ее. Я, знаешь, могу сказать, что... У тебя была же, да, по-моему? Была вот, скажем так, у приятеля. Танцбар второй, короче, какие у него плюсы и минусы. Может, он заточен только под какие-то определенные стили музыки, и можно ли его сравнить с октотреком? Ну, не, на такие простые вещи, да, как бы его нельзя сравнить с октотреком, это разные... Ну, это разные приборы. Вообще, это, да. Я сейчас на одну секунду, я хочу визуально его опознать, чтобы не наговорить глупостей. Просто хочу его увидеть в глаза. По сути, вот если емко по октотреку, да, вот, да, и сравнение, то можно посмотреть обзор по MPC Live на канале DigiStore. Там прям вот, ну, он посвящен MPC Live, как бы, почему там, и в аналогию приводятся два других прибора, это Meshin MK3
и Octatrack. И вот фишек много тех, которых вот как в MPC Live этого нет, вот так и в других железках. Это, короче, эксклюзив Octatrack. Ну, как сказать, что по-настоящему отличает... Ну, мы говорим постоянно о секвенсоре Octatrack, потому что можно со многим поспорить, и эффекты много где круче. И в танцбаре, например, ну, я не знаю, одна из самых зверских пробивных бочек. А креативно, да, составляющая. Да, про как, там даже вот их простейшие драм-машины, это ультимативные там решения для того, чтобы ломать танцполы, да, вот эти все вещи. И как бы запросто они по звуку спорят, по свойству, да, пробивать, ну, с любыми звуку, железками, да. Электрон. Но это сэмплер, то есть как бы здесь мы даже вопросы звучания, ну, кроме блока эффектов, да, вот как бы неплохое решение что... списать с танцбара все звуки, как поступают многие в различных итерациях. Засунуть, да, и там уже куролесить. И суметь приложить их к местному секвенсеру, который, ну, прикольный, то есть, ну, да. Надо ли о нем говорить, не знаю, сейчас, наверное, все... Надо. Ну, если как бы спрашивать человека, скорее всего, не работает с этим треком. Там уникальность именно вот в самом секвенсоре, да, необычный подход. Вот в том же обзоре по MPC Live я объясняю эти нюансы. То есть, рассказываю об этой уникальности. Проще будет там просто посмотреть его, ну, и как бы наверняка еще, может, какие-то интересные моменты там для себя почерпнете. Давайте немножко... Если его с чем и сравнивал, я бы, наверное, его все-таки с ритмом сравнивал. Если уж так и говорить. Ну, ритм — это же та же логика просто. Логика та же. Да, то есть электроновская. Возможность там замены всех шагов, какие-то там события и прочее, прочее. Вот, по поводу вот этих вот нюансов, там мы далее, говорили про локи, там и так далее, как бы из альтернатив, вот именно эту фишку, да, на других коробках это только вот лок также точно называется, это в мышине есть такая штука, и там они, ну, как бы это другая уже тема, да, это компьютер-связка, здесь автономное решение. По автономному решению альтернативы просто нет, кроме электрона, вот конкретно вот этих вот фишек. Вот. Хотя сейчас Akai, вот Force выпустил, да, как бы, я думаю, то, что они прям так вот, ну, я немножко, дышат. Если мы затрагиваем эту тему, я сейчас посмотрел прям несколько, там, углубился в эту эстетику, пока прибор сыроват, и если ты говоришь про локи, допустим, в чем беда, как решается... Ах, да, мы забыли показать. А, да, у нас третий здесь компаньон. Мы забыли показать наш главный концертный гаджет. Да. Вот его штатив зовут он. Это вот он все время терпел. Он очень самый спокойный пес. Да, вообще просто. Иногда в микрофон. Я просто в наушниках сижу, да. Санек не слышит. А у меня получается то, что я слышу кры-кры-кры-кры, такие звуки. Я думаю, интересно, что пацаны думают там в эфире, что у них там происходит. Мы пишем там на первом этаже. Какие-то глючи, да. Пошли. В чем кайф работы вот этих всех фишек Octatrack в секвенсоре? То, что ты в любой момент, в любом состоянии, в каком бы ты окне ни находился, ты просто зажал нужную тебе, нужный шаг секвенсора и вырулил все, что тебе нужно, вообще никуда не слезая, как бы, ну, там, в рамках вот страниц, там, да, в принципе, неограниченных возможностей, вот именно касающихся этой тематики. Допустим, в чем... Я считаю, не прав сейчас Akai Force в том, что назначать пилоки, так их скажем, нужно со специальной страницы. То есть тебе нужно зайти в конкретное меню. Ну, логика Akai всегда была странная. И там уже рассказать, на каком шаге, что ты имел в виду. Ну, это, мне кажется... Не, вот, не юзать. Если мы говорим про вот эти вещи, как workflow, ну, нет, как-то пока нет. И, кстати, он также обладает вот этой бедой с тем, что там общий BPM на весь проект. И один парень очень смешно пошутил, что для каких жанров, кроме EDM, он на данный момент еще подходит, потому что прибор может играть в 4 четверти, пока лишь только. Ну да, и по прошлому опыту. Ну, выглядит заманчиво, но ее еще допиливать будут. Пока не торопятся. Ну, кстати, вот сейчас первый вопрос, кто задавал, да, это, по-моему, Серега. Если я не запутался, даб, фил, ну, правильно читаю, у меня немецкий, английский. Даб, фил. Так, да. Вот, у него есть эта коробка, и в одном из стримов...
Он ну, ВКонтакте, в этом, не ВКонтакте, в этом, в Скайпе выходил, и мы стримили вместе. А Кайфорс есть, он, да? Он показывал Кайфорс, да, и там... Этот, расскажи, пожалуйста, если я не прав, если уже что-то изменилось, очень да, добавь, вот, хочется если слышать что, эти да. новости, это очень как интересно. Бы. Ну так вроде ему, первое, ну я понимаю, там эффект вау был, у него первые дни была эта коробка, да, но как бы тогда он вообще, ну, прикольно, доволен был. Как, хотя сразу обнаружил, он такой электронавт-электронавт. И он как бы сразу обнаружил, там какие-то нюансы, но в общем был доволен коробкой. Вот интересно сейчас, да, мнение, если ну, еще здесь в чате отпишись, пожалуйста. Так, давай сейчас дальше. Так, по-моему, перемотал слишком. Не, далеко. Не, вот все. Нет? Правильно, да. Здесь, да? Да. Так, это вот мы ответили. Вот, да. А так бы надо на бэке микс какой-то. А так бы надо на бэке. Это, а, наверное, ну типа добавил. Зон какой-то подложи там. Но если вот именно по подгонке, то вот там... Нет, это... нет, сейчас, по-моему, речь идет о том, что мы сидим в полной гробовой тишине. И, по-моему, если я правильно понял. Нет, вот он написал. А, все, я понял. Да. ОСТ экстриму, да. Ну, вот совершенно, да. Может ну, быть. У меня была мысль, причем мне даже так, ну... Короче, Сашу доброго взять, посадить на фоне, чтобы накрутил что-то, какие-то звуки там были. Он любит помолчать. Мой любимый момент, когда он говорит, я не хочу сниматься. Потом такая склейка, и все то же самое, но видно, как из-за рядов синтезатора. Вот там высовывает. Смотреть, я на это так смеялся. Это стрим с Колей. Не стрим, а выпуск с Колей Лемом, гостем музыкальной лаборатории. Когда позапрошлом году он приезжал в Краснодар, да, и мы проводили, да, стрим. И причем часть, мы уже там половину отсняли. Круто. Потом она говорит, а что ты снимаешь? А что ты не сказал? Говорю, слушай, ну, блин, а ты не видишь, ну, что это? Мы тут обсуждаем, сидим. А с кем мы разговариваем? Так просто там с Богом, да, обращаемся. Ну, ведем там, ну, как понятно, рассказ идет. Вот, он взял, пошел, да, сел отдельно. Не, ну, Саша такой, ну, прикольный чувак. Саша есть стрим у нас вот на канале, когда обсуждали старые коробки прошлого поколения, Groovebox, Roland, и Саша там участвовал прям плотно. Кто не видел, можно посмотреть, в записи есть. Так, сейчас заряжать. ОСТ экстрима. ОСТ, я, короче, что-то не догнал, что такое ОСТ. ОСТ это саундтрек. Экстриму. А, ну, вот, все. Так, привет, пацаны. Привет. Салют. Что-то вопрос задал и удалил потом. Сообщение удалено отправителям. Тоже так часто делал, когда быстро раз нашел уже ответ. Круто получилось. Из Лиги и Окты. Эдакий робот. А, из Диги, да. А, из Диги. Ну, из Диги, да. Это... Ну да, вот представь, вот такая комедия. Ну, то есть, смешно сказать, но по факту он здесь, правда, появился только лишь по причине того, что теперь он может переключать паттерны, меняя BPM. Ну, смешно. Но, еще раз говорю, функционал Дигитакта. Ну, плюс какие-то эти ты включаешь. Да, ну, еще, да. Я, конечно, до этого уже... И брал несколько раз, у ребят одалживали, там и прочие магазины какие-то тыкал. И, в принципе, все понятно с этим прибором. Я всегда знал, что он кайфовый. И что это не то же самое. Это не обрубок ритма и не обрубок как-то трека. Я считаю, это свой совершенно функциональный прибор, который за счет своей простоты и каких-то таких... Вот он подталкивал. Вот я считаю, что если первый актотрек меня, допустим, отдалял от цели, ну, временами, пока я там не ворвался полностью, то вот этот... прибор с первых вот минут какого-то взаимодействия, он меня наоборот толкает, вот как-то заряжает, и, допустим, стоит дома ритм, да, но мне там надо какую-то что-то бочку, да, там в какой-то проект, там в лоджике что-то открытое, и мне там надо что-то прорисовать. Вот я теперь вот эту штуку быстрее гораздо хватаю, потому что она маленькая, под рукой как калькулятор, очень классная штука. И... А сколько она у тебя сейчас получается? Это новый прибор, новый. Ну, вот конкретно вот эта коробка у меня появилась буквально позавчера, она мне прилетела. А так я, разумеется, ну, сколько он, год, и вот тот, который у тебя появился, мы тыкали, и здесь приятель мне уже... давал его, да? Да, и здесь мне приятель одалживал, я провел несколько недель, и, ну,
Мне нравится. То есть как бы это не эффект вау такой, да? Абсолютно такая устоявшаяся, понятная, осознанная покупка. Коробка, которая как бы нам она нужна для концертной деятельности по вот описанной причине, а при этом дома я вижу, как из-за простоты мне вот творческий вот у нее потенциал. Порыв, как записная книжка. Вот он цепляет меня, да. Ты раз, и все, да. Это очень классно. Так, два глаза и фейдер. Два глаза и фейдер рот. Не понял. А, ну это опять же речь про этот. Увидишь, вот это морда. Этот вот фейдер, морда, да, и два глаза. Я сегодня буду дешифратором. Да. Дигитак там. Дигитак там для Дмитрия Октотровича. Так, по громкости. Да, извините, по громкости я имела в виду, когда говорил. Короче, по громкости. Тогда я уже дешифратором буду. Да, давай тогда ты. Короче, по громкости треки. Ну, видите, здесь тогда вопрос не конкретно к коробке, там, Октотрек, ну, электроновская, да, а просто общее саунд-продюсирование. По громкости, да, рассказать. Я не помню, какой там. Или как здесь громкость? Не, ну почему? Здесь как бы. Давай переключу на этот. Просто покажешь там громкость, потом я там добавлю пару слов. Ну, смотри, да. Ну, как бы. Включил. Какие у нас есть, в принципе, возможности для того, чтобы отрегулировать звук? Понятно, да, что на канавах мы можем это сделать, да. Мы могли бы это сделать еще при загрузке. Кстати, это мой метод. Мне вот он больше всего нравится. То есть ничем не зажатый никакими компрессорами, но выровненный по громкости сэмпы, я сюда покажи ручки, я так понимаю, просто потом, она потом, что не знает потом, простые эти моменты. Ну, потом что мы можем сделать? Ну вот ручка и левел на каждом канале. Ну вот, давай так, пробежимся. Да. То есть, первая страница. Какая у нас есть возможность? Мы находимся на треке, мы можем громкость покрутить таким образом, да? Понятное дело. Потом мы можем покрутить, значит, находясь в самом сэмпле. Четвертая вкладка. Четвертая вкладка. У нас есть самый первый пункт. Гейн. У него есть на плюс 12 дБ минус 12. Так и минус, да, грубо говоря. Тоже вот такое решение, которое... А здесь, кстати, посмотри, так же, как на том, там плюс... А, плюс 24 здесь. Да, здесь плюс 24. Они больше добавили. Да, да. Вот. Грубо говоря. Ну, вот, на самом деле, вот этими двумя средствами я разруливаю какие-то моменты, то есть, вот так вот, допустим, где-то поднакосячил и залил. Здесь какой-то... просто разница какая. Там вы подруливаете, а здесь конкретно в этом сэмпле, то есть его как бы двойной получается ген. Это, кстати, актуально. Вот я сейчас переключу пока эту камеру. Это актуальный такой вот вопрос для работы с любым DAW. Смотрите, часто просто вообще там задают его. Ну, наверняка будет полезно сейчас там кому-то, кто-то мучается так же. В Аблике вы работаете или в Лоджике, да, там все равно. Прописали автоматизацию громкости, да, а потом человек говорит, а как мне вот всю вот эту вот мою штуку, которую я по громкостям, да, вот прописал, вот немножко припустить, поднять, да, вот самый простой способ. Самый простой способ, или по нулям, вот когда у тебя до сведения все треки в ноль на микшере выстроены, да, вот, но уже там что-то подсводишь. Просто дополнительно бросаешь еще один гейн, плагин. И ген отдельно регулируешь, вот выставил громкость, да, а основной микшер не трогаешь. И потом в основном микшере уже, ну, какую-то другую там делаешь по громкостям себе схему. И они независимы друг от друга получаются, в этом кайф. То есть, если прописал автоматизацию, она уже вот так у тебя будет, да, как бы тебе нужно все это поднимать и исправлять. А так вот получается две настройки, то есть там ты... что-то замутил, сделал, да, и плюс еще основной ген, нетронутый, ты им двигаешь. Вот здесь сэмпли то же самое, на Октотреке получается, то есть отдельная настройка на четвертой странице, да, где конкретный сэмпл просто по громкости ты можешь поднять, опусти, там, посмотри, как он работает. Спасибо. Ну, обычно чаще это, наоборот, поднимаешь громкость, потому что... Ну, подытоживая, мы можем поднять громкость на треке, а можем в сэмпле. И...
понятно. Ну, то есть на, трек — это, два варианта, это мы, скажем, да, канал, да, вот как на пульте мы говорим. То есть мы можем установить громкость канала, можем конкретно заходящего на него сэмпла. И, то есть, ну, в зависимости от задач, вот в основном это два регулятора, которыми стоит пользоваться, если какие-то ошибки были допущены при загрузке сэмплов, есть какие-то такие действительно разбалансы. Очень сильно еще влияют разные другие, ну, это уже такая классическая просто звукорежиссура идет, да, там... Я не буду рассказывать там о бинауральном демаскировании там, да, и так далее. Но как бы просто тут нужно понимать одну мысль, то что объем, да, вот в стереорежиме, он тоже очень сильно влияет на совокупность вот, ну, громкости, да, вот этих инструментов. То есть если вы куда-то вправо или левый канал отклонили один инструмент, то же самое, работа примерно похожа, как мидсайд, составляющая при эквализации, да, когда там в середине одни частоты отдали какому-то инструменту, там по бокам вот объем это другим инструментом отдали. Ну, классический там пример, то что вокал и соло-гитара. Ну, если берем вокал, там традиционные диапазоны какие-то, так, к примеру, тенор, да, потому что там бас или баритону ниже спускается у нас по спектру, вот, ну, или там сопран, тенор, сопран. Вот тенор, сопрано примерно звучат там, где у нас соло-гитара играет. И как вот их развести между собой, да, там мид составляющую, здесь рулит у нас, получается, вокал. То есть срезаем, как скульптор, да, звукорежиссер работает всегда. То есть не накручивает, как диджей, там баса не хватает, класс, ручку баса навалил. Низа не хватает, верха не хватает, раз там верха навалил. А мы работаем как скульпторы всегда с вами. То есть очищаем на других эти частоты и позволяем кому-то, вот, их кто занять. Нужен, да, и их занять. Вот, та же самая логика совершенно и вот на любых коробках работает. Если, думаю, сейчас емко ответили на вопрос, и конкретно в этом, и может быть ошибка именно в плане общего, да, сведения, не конкретно в октатреке. А в октатреке показали четко, куда нажимать, там, чтобы громкости регулировать. Гораздо удобнее, кстати, вот этот момент, я не знаю, почему они здесь не сделали, в аналог-фо. В аналог-фо, там, если перформанс еще раз нажать, там у тебя прям микшер открывается. Ты можешь верхними ручками, первый ряд, 5 ручек, крутить громкость... Ну, как вот микшер, да, видишь, микшер, да, и крутишь его. Почему они это потом не транспонировали? Причем здесь есть же этот про дилей, помнишь, историю, типа, то есть как бы даже это меню даже отрисованное существует, да, но применяется для истории с... Вообще вот какие-то такие вот есть моменты, ну, для меня, ну, непонятные, как минимум, да, там, странные. Почему, допустим, на прошлых желез какие-то фишечки есть, почему их потом не сохранили на последующие, да, вот в приборы? А мне, честно сказать, понятно. Потому что... Чтобы все покупали. Потому что, да, давайте не будем кривить душой. Маркетологи. Потому что электрон это... На уровне первых серых коробок это были безумные энтузиасты. А сейчас это уже очень большая контора, в которой, я думаю, что отдел маркетинга тоже очень хорошо работает. Ну, слава богу, не как в Акае на данный момент. Там. Ну, да. Вот, да. Все-таки делаю для людей коробки. Так. Ну что, давай дальше. Смотрим дальше тогда. Так, да, извините, по громкости я имела в виду. Так, есть. Привет, вопрос по Motion 3. Как записывать перемещение энкодеров? Расскажите про ноутбук для Motion, какой подобрать на винде. А, я понял, это Андрей из группы Motion Master на русском, скорее всего. Значит, смотрите, сейчас я постараюсь кратко рассказать вам эту тему. Значит, по поводу перемещения, записывать перемещение энкодеров на мышине есть... А давай сейчас, знаешь, как сделаем? Вот так вот, как бы, давай эту штуку. Угу. А можно ее, кстати, если что, вот так? Давай. Подержишь? Да, вот а я здесь просто сейчас переключу. Единственное, то, что у меня не запущен с мышиной, да? Чуть-чуть вот так вот. Значит, вот кнопка авто на МК3, ее зажимаете и крутите любой параметр, любую ручку во время воспроизведения. И у вас вот эти все ваши крутилки, да, они будут прописываться.
То есть вот полностью можно это делать. Второй момент, можно делать это в софте, рисовать. То есть карандаш берете, инструмент, и рисуете там любую автоматизацию. Значит, ну, самый простой вариант, это вот чаще всего вы будете использовать, потому что мы все-таки к компу на МК3 не обращаемся, да, просто удерживая кнопку авто. Она очень легко находится, тактильная даже, очень удобно, то что раз и сразу она под рукой. Ну, насчет тактильности, как здесь расположены все кнопки, вот один из самых продуманных инструментов сейчас, вот, ну, я считаю, потому что там с Сакаем вообще сравнивать... То есть вот раз удержали, клац крутанули, там, и у вас все это дело прописалось. Это первый момент. Теперь по поводу, обратно можно ее засунуть туда, по поводу ноутбука. Я расскажу не очень веселую историю. А, вот так вот, сбок она как бы, смотри, щелк. Вот, все, нормуль. Вот надо потом, не забыть ее направить будет на эти. Фиг с ним, потом разберемся. Все хорошо. Короче, смотрите. По поводу ноутбука, да, и на винде. Я помню то, что какой-то компьютер, там что-то спрашивали, слабенький. Ну, вот я сегодняшнюю историю начал с видео. Короче, какая у меня была история до покупки вот моего MacBook Pro вот этого. Значит, я купил, а я, по-моему, тебе тоже рассказывал когда-то, или, может, даже ты свидетелем был. Короче, купил я себе самый мощный комп, когда вот Крымнаш, только все дела, бакс, бж, там, в два раза, да, и думаю, елки-палки, там такие цены бешеные. Сидел на Маке там с 2006 года, ну, винду параллельно использовал тоже, но не для мультимедиа. Вот. Короче, купил ROG себе, это самый мощный ноутбук на тот момент, который был. Там полноценный проц, не такой, как вот в ноутбуках обычно обрезанные, да, процы ставят. Огромная такая штука, но мне нужен именно был ноут, чтобы таскать его, да. Значит, супер мощный, то есть, ну, максимальный процессор тогда, там оперативки что-то там, не тут 32 гига, ну, по тем временам, короче, аховая штука, два винта, там SSD-шный винт, другой такой, можно там еще один SSD-шный поставить там. Ну, короче, супер навороченный. И да, тогда я удивился, то что оказывается самые мощные ноутбуки игровые у них, ну, на винде. Я просто в игрушки не играл, а не знал то, что оказывается вот, ну, для этих дел они там специальные модели выпускают там и так далее. Это был первый случай, когда вот я прям подсел, там какие-то игрушки даже поиграл, там мне поставили, вот, летало все у меня. Потом беру, загружаю, настолько вот уверенно, да, вот насколько, ну, я кайфовал, там дня три вот этот процесс у меня длился. Потом установил Мэшин и загружаю сессии готовые, джемы свои там, вот, и... У меня начинает тормозить система. Я думал, елки-палки, в чем проблема? Начинаю разбираться, да, ну, думаю, компьютер мне попался бракованный, наверное, ну, новый комп, ну, как 1120, по-моему, тогда он мне обошелся, то есть, как бы, это, ну, не дешевый какой-то там ширпотреб. И когда начал углубляться, но там получилась такая история, то, что тот человек, который мне советовал компьютер этот на винды, он... Во-первых, мой родственник, вот, а во-вторых, как бы он тот, который прям говорил, что винда сейчас крутая, это не то, что было там в то время, в нулевых годах, когда я как страшный сон там вспоминал, то, что там машинка какая-нибудь на 8, на 4 даже там оперативке, да, работает гораздо шустрее, там более слабая на Маке, Мак, да, чем там супер какой-то, ну, более мощный, скажем, компьютер на винде. Вот. У Мака тоже есть свои приключения, есть глюки. Я не то, что там вот какой-то яблочник, как повернутый, да, который вот только яблоко и все. Нет. И я в винде благодарен, потому что там самых первых версий, там 3.1, ну, 3.11, да, для рабочей группы. Вот я работал еще на них, скозевые вот эти винты. То есть там все, ну, эпоха такая приятная для меня была. Вот, компьютер пришел вот еще в начале 90-х, в звукозапись, ну, это в мою жизнь, да, вот, короче, смысл в чем, когда разобрались с этой темой, кстати, в Asus техподдержка прикольная, там
оперативно отвечали, чуваки вообще молодцы, там пытались решить, разрулить мою проблему. Но в итоге обнаружилось то, что это сама винда. Короче, у них там фишка в чем заточена. Вот на Маке приоритет получается, вот если у тебя даже будет что-то уже там графика тормозит, да, там какие-то фоновые процессы эти дополнительные, да, они вот по приоритету, звук это номер один. Вот звук, если нужно запустить, он будет у тебя играть. Остальное все уже как бы по приоритету ниже. У винды нифига, у нее получается графика по приоритету, и когда я двигаю просто какой-нибудь контроль мышкой там на экране, у меня начинает звук дергаться. Но это еще вот понятно, даже вот если любой стоковый MacBook, да, ты берешь, у тебя сразу он воспроизводит, без всяких ASIO-драйверов, там, которые нужно дополнительно ставить, там, внешних звуковых карт, да, по умолчанию у тебя, как бы, любые хавает он вейвы, там, хоть там 192, там, герца, да, килогерца будет, и там 24 бита файл, он у тебя в легкую схавает его, ну, в отличие от виндовых каких-то решений. Короче, я помучился. Дело в чем, вот эти вот сессии у меня работали идеально на старом iMac'е тогда, который в два раза слабее был вот этого рога, вот, и там она летала, то есть там не косяк был именно в самой сессии. И, короче, я помучился пару недель, потом продал его, купил себе этот MacBook Pro, как бы, ну, вот он до сих пор у меня рабочий. При этом... Я прошу прощения. Да, ну а ты свою как поделюсь бы, сторону, опытом, да, расскажи. Раз уже затронули эту тему, наверное, это уместно. Да. В прошлом году мы похерили выход альбома вовремя, ровно в связи с тем, что у меня был MacBook 15-го года. А, это вот глючный, который... И как мне потом рассказали, там, в том числе вот, там, моя подруга Мира из Хома, возможно, вы знаете, она музыкант уже с довольно большим опытом. Короткие сроки, она его весь в себе жива. У нее он 12-го года, вот у меня 15-го, казалось бы, новее и прочее, и прочее. Я знаю эту тему. Но не учли некий момент, что вот все на уровне слухов, все на уровне догадок. Потом я менял это все на 15-го года на S7, я думал, опять там не хватает. Короче, о чем я говорю? Компьютеры как минимум после 15-го года, сейчас у меня MacBook 17-го года. Но он у меня появился просто в связи с тем, что у меня прошлый украли на концерте, кстати. Но он там не концертную функцию выполнял, но украли. Офигеть, да, в поездке, да. И короче говоря, новые ноутбуки, они тротлят. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, при повышенной нагрузке. Но говорят, вот сейчас последние исправили уже. Они, я, честно сказать, уже для музыки меня не та техника не интересует. Мой ответ вообще, я собрал себе здоровенный Хакинтош вот в таком черном гробу. Ну, Хакинтош, да, не на винде. И все просто, честно сказать, наконец-таки нет этих проблем, пока там на мастер не повесишь какой-нибудь озон, что-нибудь покрутить. Есть пара штук вот этих вот, ну, моментов, да, ребят. Большие серьезные проекты на ноутбуках не делаются точно. Для Мейшен, я думаю, что подойдет любой хороший ноутбук, ну, любой из которых мы перечислили, если это не нетбук и не все такое. Вот если затянули бы, я думаю, кажется, с этим рассказом. Ну, наверное. Не, нормально, это речь. Полезно будет. Да. И насчет того, что траблы с моделями, брошками, там, 15-16 год, как бы, это, ну, такая известная история. И клавиши, то, что у них там залипало, там, да, там всякое. Хуже, то что... есть, они максимально вот гнали за вот этой тонкостью и упустили, да, самый важный момент, да, вот за что вот кайфуют с маков, да, то, что именно вот качество, то, что долговечность там и так далее. У меня модель 13-го года, конец, латте 13-го года, конец 13-го года, получается, вот эта машина, как бы, у меня сейчас до сих пор проблемы. Единственное, что я поменял, я почистил, вот буквально месяцев 5 назад его, до этого он греться начал просто, вот мне почистили, и по этой теме, то, что когда он грелся, у меня аккумулятор постепенно вздувался. Когда вскрыли, чистили его, обнаружилось то, что они подулись. Но я новый купил. Цена вопроса там 3000 рублей. 3 или 3,5 я отдал, короче, за аккумулятор. Но я сам ставил его. То есть это не в мастерскую, а пошел купил. Как бы у меня уже опыт есть негативный с мастерскими связанный. На канале у меня есть обзор, как проапгрейдить iMac 27, да, вот SSD-шный винт туда, ну, вторую жизнь, как бы, машине дать.
Вот. Там я рассказываю эту длинную историю про всякие сервисы и так далее. Ну, кому интересно, можете посмотреть. Сейчас я не буду на этом заострять внимание. По поводу работы, вот конкретно, если брать связку, все-таки Мэйшн это не контроллер и не софт отдельно. Он не продается отдельно, вы не можете ни контроллер, ни софт купить. Это программно-аппаратный комплекс, он только вместе продается. Многие новички путают, думают, то, что продается отдельно Мэйшн, там апгрейд продается за 100 баксов, вот этот, который висит. То есть, если у вас версия там 1.8, да, вы можете проапгрейдить до второй версии. Вот, в остальном, как бы, ну, отдельно, короче, вы не можете это приобрести. И вот связка, вот это, если смотреть, вот Mac работает с Mission, просто кайф. Если по винде, там, это постоянная проблема. У кого-то нормально работает, ну, значит, нет таких глобальных проектов. Значит, какая-то упрощенная схема. Но если вы хотите без проблем, чтобы у вас все это работало, лучше вот купите себе поддержанный iMac и вот период старенький, да, старенький. И он будет у вас пахать нормально, ну вообще без проблем. И второй момент, который я хотел сказать, да, вот я говорил две темы. Это не обновляйтесь на самую новую систему вот сразу, как вышла, бах, там клац, она автоматом у кого-то стоит, она заливает новую эту. Сейчас так, здесь надо подключить. Раз там обновила. Вот я работаю сейчас на Сиере. До сих пор. То есть, потому что High Sierra были траблы вот эти разные с ней, да, как бы. То есть, не спешите там ставить самое, там, будет у вас, допустим, черные окна вот эти. Ну и что? Вам нужно же работать с ним, а не для какого-то развлечения, да. Вот, как бы, то есть не спешите, сначала почитайте, потом обновление делайте. Вот если будете соблюдать вот эти основные правила, мусор не ставьте, всякого там хрени с торрентов. Вот вы там, часто тоже тема там, гигабайтами всякой хрени понакачают, понаставят, да, как бы, во-первых, нет ощущения тогда, вот вы не понимаете, что вы получили. И используйте из этого там 1-2 плагина. Лучше изучить один, там, два плагина, хорошо их знать, использовать, да, чем понаставить всякой хрени и переключать просто в них пресеты, там, перебирая вечно. Иначе вы утонете в этом. Это вот из практики такие вот, ну, советы, очень дельные на самом деле. И я думаю, там, кто... здесь разные, как бы, категории, да, вот, опыта, ребята, да, сейчас. И те, которые уже опытные, они вот, ну, 100%, я уверен, меня поддержат. И, кстати, железка, она вот к этому тоже провоцирует. Вот ты покупаешь коробочку какую-то, просто здесь тактильно ты взял ее, да, как бы сейчас так, момент тактильности именно рулежки, вопрос такой, уже относительный такой, риторический, потому что тот же Mission, ты рулишь ручки, это дело уже привычки, кому-то зашла, кому-то не зашла, Саша, допустим, зашел больше Octatrack, да, там мне, ну он там продал аналог ритм, я, например, аналог ритм для меня это вообще там любимая из электроновских коробок, да, и причем от старого, прошлого поколения. А4. Тут, извиняюсь, да, А4. А я сказал аналог ритм, ну, точно, да. Но аналог ритм тоже крутая штука. Вот, А4. Вот, поэтому как бы зашла, не зашла, это другой момент, да. Но именно в плане тактильности вот этого ощущения, в общем-то, тебе дают сейчас возможности компьютера там с контроллером. Вот, ограничения, вот про которые Саша начинал рассказывать свою историю, то, что ты берешь железочку, да, ты потратил бабосы, тебя уже напрягает, то, что, ага, как это так, надо же ее вырулить, я же заплатил за нее, да, надо еще полностью там и все это выкрутить. И плюс то, что вот из-за того, что у тебя нет отвлечения на какие-то там вот... Мне кажется, что ограничения толкают, да, на эксперименты. На эксперименты, да, круто, да. Потому что когда много всего лежит, то вроде как уже ничего не вот хочется. раз уже, тут там пощелкал чуть-чуть, там, и как бы ты поплыл уже, сам просто отвлекся на другую тему. А здесь ты пытаешься из этого, то, что у тебя что есть, вырулить на максимум. Да, в этом плане любая железка зайдет вам, да, как бы, ну, уникальная в этом плане вот электроновские коробки, да, они то, что именно грувбокс. То есть у тебя все под рукой, ты в одной коробочке можешь там много сделать чего. Ну, там, в отличие от какого-нибудь традиционного синта. Хотя в синт тоже может туда зайти, там, именно рулить звук, вот, создавать свои уникальные какие-то фишечные там звуки, да. Это тоже тема отдельная. То есть, как бы, вот это ограничение, но иногда... Я не призываю там косить траву в противогазе.
То есть это не говорит о том, что там вот нужно минимум какой-то, это вот норма. Нет, в разумном пределе просто, ну как, нужно понимать вот эти все советы, да. То есть, но когда ты покупаешь какой-то плагин даже, да, ты понимаешь, что ты заплатил за него деньги, ты его выруливаешь. По максимуму стараешься его вырулить, использовать, да. А когда ты накачался к этому, ну, с торрента, ты не ощущаешь вот этого. Хотя там у каждого, ну не у каждого, да, скажем, там многие используют там лицензионный софт. Но обычно у тех людей, которые с торрентов качают, у них там на 50 тысяч этого софта может быть, если на бабки перевести. Я не говорю там то, что всякие глюки, там всякие вот эти нюансы, да, то, что ломаны, нет обновления, там в техподдержку не обратишься, там и так далее, да. Вот, но как бы мысль, я думаю, понятна. Вот как бы. Ну вот, а сколько у тебя, какой у тебя, значит, я 7-й у тебя здесь, и у тебя 32 тысяч кооператива. А сколько ты каналов можешь? Нет, сейчас 16. Сейчас 16. Сколько ты можешь каналов так вот, чтобы ничего не хрустело? До 64. Нормально. Да, ну, нормально вообще. Ну, наверное, вот так. А больше как бы вот это вот... Это много. Да, ну, это... ориентироваться вот на вот это. То есть как бы можно много навесить, причем здесь же есть, да, в Мэшине нет нюанса такого очень удобного, да, как традиционных DAW, такого как фриз. Ну, это мы обсуждаем, там периодически вот всплывает этот вопрос, и мы обсуждаем на каких-то стримах. Вот, ну, кратенько я скажу, раз сейчас вопрос поднялся, кто-то, может, новый, да, ну, Саша, может, будет, ну, тебе интересно эту тему вот услышать. Я ж помню, ты брал себе МК-3, но он тебе не зашел. Я, да, твой взял когда-то. Я тебе давал, ты юзал мой, да? Очень прикольно, но я еще раз говорю, штука супер, но ты же опять привязан к компьютеру. Ну да, вот если именно нюанс, ну, с компом. Это, да, ну, по сути, комп с ней, он как блок питания просто у тебя в стороне стоит. И вообще, такой вот, маленький Mac Mini где-то спрятать, вот неплохое, возможно, решение. Ну, есть же такой, еще старый, когда выпускали они эти студию, которые сейчас уже, скорее всего, я надеюсь, скоро уже будет апгрейд, новый выйдет там студию, да. Вот. И под него просто засовывали миника, прям вот, ну, типа блок питания стоит. Какая фишка про фриз, да, то есть там, когда ты какую-то сессию, ты сейчас в Logic'е сидишь, да, вот, фризил какие-то треки, да, они у тебя баг и разгрузили процесс, какие, ну, заморозил их, здесь нет такой темы, ну, я думаю, там в будущем они добавят, но как сейчас это делается, ну, традиционно для MPC-шника, то есть ты просто тупо ресэмплинг делаешь, но фриз чем удобен, ты можешь всегда к нему вернуться, нажал кнопку, да, и у тебя расфризил он его, трек там поменял, что-то подкрутил, потом клац, опять фриз сделал. А здесь нифига. Здесь, получается, ресэмплинг сделал, все, уже назад не откатишь. Но хотя вот этот момент насчет ресэмплинга, да, готового результата, подкрутить немного ты всегда можешь. У тебя всегда под рукой там частотку, да, там эквализацию сделать. Главное не переусердствовать. В общем-то, когда на практике ты работаешь, у тебя уже есть опыт определенный. Для тебя это не проблема. Это также фотограф, профессионал, да, я не говорю там о тех, которые сейчас там опять в подъезде, да, фотографы там котиков фотографируют. Он делает кадр, он как бы раз уже построил его, шлеп, у него же там выставлена экспозиция, выдержка, да, там диафрагма уже прикрыта, и он клац и получил классный снимок. И потом он уже там не долбается там в равах, в этих там выковыре, пытаясь что-то там в динамическом диапазоне вытянуть. Он заранее все это просчитывает и делает. И вот если, то есть профи, он щелкнул, у него готовый кадр. И многие сейчас JPEG даже фотографируют там. Ну и раньше так было вообще, это, ну, только когда ты на пленку, да, щелкал. Вот такая же тема примерно здесь. То есть, в общем-то, это же сэмплирование, да, использование ресэмплинга на Мэшина достаточно. Даже наоборот, вас будет провоцировать на совершенствование своего этого навыка, чтобы вы сразу делали классно, скажем так. Кстати, такая же провокация в тех же электронах, да, то, что мы унда не можем многоуровневое сделать с вами. Мы можем или, когда, допустим, случайно что-то удалил, клир там очистил, да? Ну, один раз ты можешь. Один раз там прямо назад. Сейчас если не перешел куда-то, а если ты уже там перешел другой паттерн, вспомнил, а, блин, там это, и все, уже ты потерял. Или можно отгрузить, почему кнопка Save, фанк, да, это самая любимая и самая первая здесь вот для электронавта, для новичка должна быть, то, что постоянно сохраняется, как на винде, да, сохранил, ах, не сохранился, сколько там мемасиков на эту тему, да, здесь она очень актуальна, то есть ты можешь откатиться только до того момента, когда последний раз сохранялся, вот как бы, ну, это больше к новичкам, вот, это нужно помнить. Окей, давайте дальше, да, посмотрим, да. Там.
Так, привет, это Мышина. Про квадратик, кстати, не знала, это реально. А, ну это то, это что... Это мы про эту штуку, да. Да, про эту штуку, да. Да, удобно. То есть на... чтобы не было вот этого, у вас, ну, стыковка нормальная была. Так, про танцбар еще дополнение можно заливать. Теперь можно заливать, короче, пишет сэмпл. Но у меня его нет, поэтому я как бы особо не люблю комментировать тяжелистки, которые я там, ну, плотно не поюзал сам. Ну, общие выводы я могу говорить, как бы, но это... Все, что, все, что могу сказать про, да, танцбар, про вот особенно маленькие коробки, да, они как бы весьма ограничены там по ряду показателей из коротких драм-машин. Но, блин, все, какие я слышал по звуку, они удивительно актуально звучат вообще постоянно. Ну, прикольно. Ну, так... жанровые инструменты, ну, ультра крутые, очень мощные истории. Ну, да, вот аналоговые классики какие-то берешь, там, вот, на прошлом или позапрошлом стриме. А вон же, а, спрашивают. Я по другому не видел. Дофлер, да. Это Дофлер, он похож, да, вне. Да. Имеет в виду то, что... Вот, ну, я чуть, я немножко внешний, это, да. Внешний мельком, да, посмотри, как там боком стоял, раз, да, вот кусок видно, типа как его часть, да. Вот. Ну, тоже классная коробка, прикольная. Ну, здесь, да, пресеты не посохраняешь, как вот, ну, на другие. Да, сразу штука. Снял, и, ну, как вот на модульниках, да, на многих. Другая логика работы. Так, давай дальше. Так, про танцбар. Ну, про танцбар, то, что электрон, ну, надо просто вам попробовать. А Трейс, это ж пионер, да, по-моему? Я вот, к сожалению, никогда, если я правильно понял, Торос, это сейчас речь идет. Да? Да, это пионеровская история, а вот я с ним так и не столкнулся. Значит, ну, вот... Если сравнивать секвенсор, да, его с электроном, ну, это, ну, я говорю, просто вам нужно поюзать и ту штуку, как бы, чтобы понять разницу. Может быть, человек это... уже юзал, просто. Я вот, ну, честно сказать, электрон, там... если он говорит, я что секвенсор годный. Послушал, не знаю, не знаком. Вот с пионерскими вот этими решениями. Ну, тут видишь, просто смотря, ну, годный секвенсор, да. Я знаю, что DSM там фильтры там повставляли, что-то такое. Нет, но логику я, к сожалению, не имею возможности поюзать. Вот, типа, вот в этой машине, вот в этой, из серии Aero, да, он тоже годный секвенсор. Простой, удобный, раз там быстро натыкал, накидал там какие-то эти. То есть понятие годное, да, как бы оно такое, ну, больно размазанное. Очень субъективное. Если вот зарулить прям вот, ну, по-серьезному, то он, ну, не сможет сделать то, что вы можете замутить в октотреке там или в аналогритме. С перформансами вот этими, да, там, в перемешку. То есть... Он там велосипед с самолетом там в сравнении с ним. Вот так. Классная информация про Force. Вот прям ждем. Вот, кстати, написал Серега, то, что это в мае приедет в Краснодар с Форсом. Ну, привезет эту коробку. Супер, супер. Ну, это вот уже скоро сейчас. Очень хочется. Он планировал раньше приехать, но там не срослось. Может, у нас к тому-то времени как раз что-то там. А потом вот стрим мы проводили по скайпу. Там больше я хотел поспрашивать его, вот именно, а сейчас какие впечатления, уже больше поюзал просто, да, прибор сам Force, вот как, что там, ну, новые впечатления хотел, ну, вот, услышать. Если еще остался, вот, ну, из 20, он еще в обойме у нас, не поздно я его ответ услышал, то вот про это расскажи. Так, Майкл, так, Павел. Павел, ну, тут спору нет. Нету. Твое сообщение заблокировали, и этот... Но спору нет. Да он, наверное, просто это... Я думаю, поддержал разговор про Крым. Так, сейчас где-то было. Чуть пониже. Ну да, я закрыл. Так, Андрей... Левушкин. И, может, я неправильно говорю, может, ну, наверное, ну, я так пока называю, если что, поправишь меня, Андрей. Электрон Дигитак, ВС, Мэшин, ну, третья, МК3. Что удобнее, более креативное для лайв. Ну, это
тоже такое сравнение, как бы, вот конкретно ваша ситуация, я так понимаю, вы спрашивали то, что вот ноутбук, да, себе купить и так далее. Вот если вы возьмете себе Digitact, если у вас был бы симбиоз, смотри, что-то стало это подвисать, видно. Вот много коробок разных, да, на одном Digitact'е вы не сделаете, ну, ну как, набросок можно какой-то сделать, вы даже, ну, трек полноценный создать, ну, это проблема будет. Надо несколько инструментов, там, несколько какие-то коробок. Жанровые вещи можно, ну, жанровые, там, да, и, там, завязанные на ваншотах, надо понимать, что, во-первых, ну, короче, Digitact, это моносэмплы, что они ограничены по длине, они моно, да, то есть мы уже не можем, допустим, выложить как в октотреке. Стерео даже. Почему вот, они у меня, допустим, такой связкий? Потому что мы не можем стерео, там, длинный, какие-то там, да, какой-то пэд захочется положить, все, то есть Digitact здесь встает. Объемный этот. Есть там всякие ухищрения, там, с возможностью две монодорожки, там, да, на двух каналах, ну, логично, предположить, разложить, развести. Ну, это как вот противогазы, траву это, косить. Вот здесь уже, как бы, он на это не был рассчитан, и тебе уже будет некомфортно там возиться что-то туда-сюда. Это, кстати, вот ответ на вопрос, почему у тебя там кто-то уже думает, и Octatrack остался, и Digitact, ну, вот странно, да, взял, поэтому да. Я... Потому что в Octatrack по поводу этого сэмплирования, да, там гораздо шире, ну, возможности, да. И сами сэм, качество сэмпла. С другой стороны, Mation, вот у тебя там в вопросе звучит лайв, присутствует, то есть, как бы, соответственно, ну, если где-то, да, играть, то, ну, здесь надо вот задавать себе, опять же, вопрос, компьютер хотелось бы тебе с собой иметь там в этот момент? Ну, вот я завтра буду играть, вот у нас на фестивале, здесь я буду с Мэйшеном играть. Вот потом выложу лайв на часовой, ну, с Женей Лезгинцевым будем играть. Вот, ну, надеюсь, завтра отснимем видосы, как бы, я выложу, покажу, вот, на Мэйшене. Но на Мэйшене можно полистать у меня на канале, там. Я ребят... бы так сказал, если тебе нужны длинные стереосэмплы, тогда Digitact тебе не подойдет. Тогда у тебя, в принципе, ну, если смотришь в сторону Mation, тогда Mation. А если для тебя это не так важно, и лайв для тебя более понятие абстрактно, ну, как бы музон поиграть, то Digitact, ну, довольно кайфовая штучка. На нем можно много-много часов, в принципе, отстоять, отрубить. И, все будет отлично. Mation, на Mation ты можешь что угодно делать. Там, любой студийный трек, ну, ты, как студийная работа. Вообще ограничений никаких нет у тебя. Все можешь делать. Любая коробочка, да, не именно электрон, там вот Digitact, да, а любой синтезатор, это будет у тебя определенные ограничения. Ну, как бы, ну, уже это, ну, как, все, мы, ребята, в 21 веке, уже лет 20, как компьютер пришел, все, это сердце системы сейчас, на сегодняшний день. Вот как бы там не уходить от этого, все равно в итоге все это будете делать, сводить там в DAW, в компьютере и так далее. Вот, по поводу лайва, да, джем, ну, Mation, может, даже не МК-3, а вот джем вообще заточен именно для лайва, да. Есть альтернативы, там, это тот же Аблик, да, если мы возьмем, но есть куча нюансов сейчас новых, как раз вот в Mation, те, которых нет именно для лайва, Я говорю о тех же вот локах, на, в этом... Если в электроне, да, вот эта фишка локов, здесь можно, короче, из локов делать разные конфигурации, потом вот между ними, между вот этими конфигурациями морфинги делать. То есть они взяли, в чем прикол Native Instruments, да, чуваков, они взяли вот лучшее у других, они не так сделали, как Akai, да, они тупо просто вот олдскуловый вот этот механизм и дальше его продвигают. Ну, хотя сейчас вот они попробовали, типа, зайти к молодняку, да, вот как бы их тему нащупать, Force выпустили. Но саму суть, ну, они как бы не ухватили так, скажем, мощно, как это сделали Native Instruments. Вот здесь есть все вот эти свежие техники, которые можно использовать. И железки, вот Mation, они заточены для лайва. Именно для лайва. То есть поэтому как бы по поводу того, вот, на коробочке на одной играть, ну, можно еще уменьшить коробочку там на том же электроне. Не на электроне, а вот Коля привозил с собой, да, этот Opie. Да. Как бы и на нем можно крутить. То есть здесь уже откуда руки растут и в каком стиле тебе нужно делать что-то. Скажем, для джема, джем, да, такой вот короткий, быстрый, там что-то замутить, вот офигенно, ну, вот Digitact. Я юзал его долго, я где-то полгода юзал, потом только обратно вернул ребятам, да.
можно посмотреть по Дигитакту два обзора больших на канале Диджестор. Один обзор от Коли Лема и один обзор от меня. Вот как бы такие они часовые, где-то там длинные. Вот проще посмотреть тебе и тогда уже определиться, ну, в чем разница, там, подойдет эта коробка или не подойдет. Вот, как одно, как один инструмент сейчас при выборе, что мне купить, ноутбук или купить Дигитакт, я бы не рекомендовал точно брать, ну, вот, эту коробочку, потому что ее точно не хватит для творчества. Окей, так, еще вопрос от моего парнишки. Надо ли предварительно сводить, готовить сэмпл? А мы успели это ответить вопрос, ответили. Но увидели только сейчас его, угу. Как бы, что он задан. Ну, рекомендуется, очень удобно, потому что хочется... Ну да, как бы это... Это я бы, ну, не надо рассматривать октетрек как инструмент для сведения, это точно не оно, это даже не мастеринговый. Это такой для креативного джема. Это там, для работы там, да. С сэмплами. Чем они лучше, тем легче и комфортнее будет, естественно, работа. Здесь хочется потратить время на другое. Потому что... Ну... Да. Если причем сравнивать в тупую, просто вот лоб в лоб. У меня было такое сравнение. Я говорил в обзоре, вот когда есть выпуск на канале у меня именно по сэмплированию в Мэшин. Я там приводил пример. Я сэмплировал с Профита. Ну, это как обычно процесс, да, происходит. Накрутил какие-то там интересные звучки, там набрал, потом паттерн такими заходами, да, это получается. Вот. А потом уже, когда подготовил материал, его надо сбрасывать. Я захотел сделать себе, ну, стал сэмплировать эти куски. Я провозился, короче, 6 часов где-то я потратил на то, чтобы часть сдернуть с... Ну, вот на Рулиного через Окту я весь этот процесс сделал. Потом тот же самый объем, который остался, вот я сам для себя просто тест проводил, 2 часа. За 2 часа я тот же самый объем работы сделал, но в Мэшине. Вот, это гораздо удобнее делать. И я могу больше даже сказать, здесь не в пользу Окты будет, то, что именно сэмплирование само, да, быстро, вот подрезка сэмпла, клац там выставил, вот эти, ну, инструментарии, это в Акае удобнее даже, ну, в новом поколении. Конкретно, если мы говорим про этот сегмент, вот, ну, эту задачу, то есть завести там, да, его кусок этот бак, сбросил, подрулил, там визуально все это удобнее сделано. Там та же нормализация, да, что вам сэмпла сделать в октатреке, это 7 щелчков. Потом, да, когда вы пользуетесь коробкой, у вас это на автомате. То есть клац перешел там на вкладку, да, там получается у нас вторая или третья вкладка. Это, что именно? Эдитор сэмплирования. Там слайс и этот, я просто... Ну, эдит, да, посередине. Да, все. Да. У меня, да, просто, да, не было полгода. Правильно, под глазами. Да, ну, ничего не забыл, я смотрю. Вот. Не забыл, видишь, память еще, да, еще мозг. Да, вот. И 7 щелчков, кстати, на ней, чтобы в инструментарии, чтобы сделать нормализацию. Потом автоматом у тебя даже, ты не считаешь щелчки, а просто тут раз-раз и все, все, нормализация. Это все под пальцами. То есть я не говорю о том, что, типа, первое, ну, мало опыта работы в одной коробке, потом в другой. Вот лоб в лоб. И ту знаю хорошо. Вот, и ту. И как бы, вот, ну, реально быстрее, короче, делать. Намного быстрее. Но перевязка с компом, связка там, бла-бла-бла, ну, все вот эти истории. Зато можно в поле без розетки, там, с ноутбуком, да, как бы его подсоединил, и сидишь там где-нибудь в парке на лавочке делаешь. Да. Хотя габариты, ну, не маленькие. Вот. Хей, всем привет, огромный Питер, огромный привет, да? Обожаю. Привет тоже, да. Как у вас, я не знаю, наверное, чувак, может, уже час назад писал нам. Вот. Ну, в любом случае, там Питеру дубняк, огромный привет. Последний раз Коля говорил, дубняк. А, Коля вот ниже пишет, что привет. Коля в гости тоже пришел. Салют. А. Там дубняк, да, у вас до сих пор? Или уже нормально? Так. Дабсен, привет. Дигитакт очень классно. Уже роняет сэмпл, добавляет мясо. Ну, не знаю. Ну, мне очень нравится его сэмплерный движок, это точно могу сказать. В принципе, мне кажется, что он такой же, как и в ритме и в остальных железках.
Ну просто ужирняет, там, да. Добавляет мясо. Ну, не знаю, да, ну просто, ну как, просто, может быть, словами вот этими, да, я другие вещи. Может, я чисто сам как звукарь, да, звукорежиссер, ну, это, там, я бы сказал, для меня что... другие критерии, да. Ну, это эмоциональный коммент, и я с ним, да, вот согласен полностью. Это чисто. Mm-hmm. Почему нет? С него можно очень классно подложить какой-нибудь. Уже готово. Вот, допустим, барабанщик играет, и я могу... Мономясо. Я могу ему триггернуть просто бочку, это действительно очень сильно ужирнит, то есть, как бы, ну, представляешь, да? То есть, на живую еще засандалить какой-нибудь 909 или что-нибудь такое. Скажем так, мимо зрителя такие вещи, ну, сложно провести слушателя. Ну, может быть, соглашусь. Для меня просто я сам осциллятор там покрутил, там, на ручку, да, как бы... Справедливое заявление. Так. Дальше пишет, он при загрузке битрейн снижает, и получается эффект, как у старых 12-битных сэмплеров. А вот я просто не знаю. Битрейн. Не, я понял, о чем, но имеется в виду, я просто не понимаю. А он написал, это я прочитал. К чему комментарию я просто... Битрейн снижает. Это мы о чем-то говорили. Это же вот как бы вопросы мы пропустили. Ну, это мы говорили, да, но это нет, к сожалению. Ну, битрейт снижает. Не, там... понятно, но это речь идет о каком-то приборе. Ручка Худжайзер, она есть. И на октатреке у вас, значит, вы можете крутануть, да, понизить битрейт. Ну, как бы в этих, во всех вот старого поколения коробках... вот бил, тоже есть ручка эта волшебная, как бы. Более того, вот если мы говорим с вами о Machine Drum, да, то там вообще по умолчанию просто он 12-битный сам, ну, движок. Если мы говорим о модели User Wave, вот как это, да, то есть когда вы загоняете вовнутрь сэмплы, вот этот мазохизм по MIDI, это вообще жесть, да, и вот, вот такие вот блочки есть, вот Саша крутил сейчас в руках, то, что по USB подключаешь его, да, компу, как бы, медюку сюда, и он ускоряет, кнопка турбо, он быстрее туда загоняет, но это все равно очень медленно. Короче, ну, это трындец. Вот что так, это все равно безумно медленно. В сравнении с USB-шкой, вот современными коробками, здесь я повторюсь, вот на каком-то стриме уже говорил, то, что я бы рассматривал, вот если покупки Machine Drum, да, вот классная штука, обалденная, прикольная, 16 дорог, да, в отличие от того же аналог ритма, плюс MIDI-секвенсоры есть здесь, вы можете рулить внешними коробками этим через его секвенсор, аналог ритм это вам не даст, но User Wave это чисто такая вот, ну, штука, которую, если, короче, есть MK2, вот без User Wave, и ценник у нее меньше, выгоднее, вот возьмите лучше ее, не берите с User Wave, она, ну, практически бесполезная штука, хотя, ну, не для всех тоже, вот здесь прям жестко так не скажешь, да, потому что вот те же сэмплы, ты же здесь тоже как сэмплер используешь, моновский, хотя у тебя здесь, да, есть стерео сэмплы, да, в Octi, да? Да, поэтому для каких-то задач, может, вам и подойдет, но просто помните, это будет определенный вот, ну, реально мазохизм, чтобы заливать туда, по сути, вы зальете один раз там пару бочек, потому что здесь, как бы, вот если привыкли к таким классическим, там, типа 909, там, 808, да, вот зальете пару сэмплов этих сюда, чтобы она поплотнее была, или вот так коробку купите там в довесок, и все. Вот в плане перкашена она офигеннейшая, там можно мутить такие вещи, там EDM просто, ну, коробка одна, на ней можете там заточить, там, намутить вообще красоту. Но User Wave как дополнение, короче, вот учтите этот момент. Так, давай дальше. 12-битный, да, там движок, то, что я сказал. Так, Коля, респект и симфа от меня и Сержа. Про Overbridge вот вопрос я вижу. Опс, сейчас у меня листанулось. Ну, короче, новый вправду стал лучше, но, честно сказать, когда пользовался еще старой версией Overbridge, на MK1, A4 не было, допустим, выходов. Вот можно было внутреннюю маршрутизацию довольно комфортно раскидывать с разных, ну, с разных дорог, тянуть отдельные моноканалы. Mm-hmm. Прикольно. Ваблик заводил, снимал. Но, там, наверное, это вот самая функциональная вещь. А расскажи вот вот это нюансе, помнишь, то, что разбег с этим, и как ты решал проблему с Вабликом? О, вспомнить бы уже.
Ну там, короче, косяк вот этот. Я помню, что это я год решал и еще быстрее забыл. На одну восьмую или как на одну долю, да, вот. Какой-то был рассинхрон с медиа. Да, рассинхрон. А что мы сделали? Ну это конкретно вот в Аблике этот косяк был. А я подзабыл, честно. Вылетело из головы. Помню, что проблема была острейшая. Так мешало жить вообще. Паттерны. Ну, отдельно потом, если что, у меня, по-моему, даже мы записывали этот кусок во втором выпуске. Оказалось, что многие спрашивали, а да. Да-да-да. О чем-то было решено. Там ты рассказывал. Короче, если вот по поводу этого рассинхрона, посмотрите второй выпуск Саши на канале у меня, ну, в гостях в музыкальной лаборатории. Там он рассказывает об этом нюансе. Вот. Но он просто потом, видите, как у него система работает. Она заточена здесь, на окте, да? И поэтому как бы он ушел от Аблика. Ну ты вообще сейчас работаешь уже сколько ты работаешь? Ты же на Logic перешел, да? Ну, не, на Logic я просто я регистрирую там, что мы написали, скажем так. Ну, и да. Потом уже причем там можно нотой распечатать там музыкант, то есть живыми, да, работаешь там, да, допустим. Да слава богу, как-то говорит. Так договариваемся без, без этого, да? Ну, просто такие вот моменты спрашивают. Вот. Пишет сейчас Серега то, что если вкратце, форс это как связка мэшин плюс джем по обрезанный, но обрезанный в плане плагинов. Ну, хочется, ёмко, ёмко, да, сказал, наоборот, заинтриговал, да. Но при этом очень хочется поюзать, что да, там. Потому такое что... побуждение, да, поюзать. Я не знаю, форс. Я, наверное, не прав там, но этот, я вот как-то заметил, что вот, знаешь, вот есть такие плагины очень функциональные, такие вот там DBX, знаешь, вот он стрёмный, но он явно там решает там от Waves, да, например, классно, абсолютно себя... Страшко черненькое. Участвует в диалоге. Да, нет, это собака становится. И этот. А есть такие, знаешь, большие, красивые плагины, в которых бабок засандалили там визуализацию, вот эту всю. И там не всегда это какие-то там полезные вещи, да? Но ну, они, да, да, но привлекает определенную часть аудитории своей чисто визуальной. Вау, как крылья. Но... Да, и вот такая тема то, что есть, я пока увидел на Force, я увидел там набор как раз-таки очень красиво выглядящих. Такое привлечение взгляда облетонщика, да? Ну, вау, о, что-то знакомое. Ну, такая EDM-туса, знаешь, вот. И нет, там именно в экране ты выбираешь плагины. Я вот увидел что-то там очень красивое. Меня это немножечко насторожило, очень хочется верить, что они при этом круто звучат. Потому что если это так, это, конечно, крутой плюс, как бы. Копилку. Функциональные вещи, ну, должны, ждем, надеюсь, тоже подтянутся. Да. Ну, хочется верить. Но у меня такой свой взгляд по поводу сэмплеров, да, вот больше вот звучание, это такие синтезаторы, да, по сути сэмплер там загрузил, и что загрузил, то и звучит. Если не вдаваться в какие-то нюансы там конвертеров и так далее. Но я уверен, даже те, которые находят... Ну, кстати, вот профессиональные музыканты этим мало болеют, а вот у этих чуваков, которые любят хай-энд, вот эти меломаны, там, технику, блин, капец, я мне пару раз просто вот пришлось так вот по жизни столкнуться, там, начал, ну, просто так вот, я стараюсь не участвовать вот в каких-то, знаете, таких замутах, да, вот, когда ты понимаешь, что вы с разных планет начинаете общаться, и вот, чувак вообще тебя не понимает. Он как хирург, да, там с этим, с чумаком, там, заряжающим воду. Вот. Или там по звездам, которые лечат. Да, золотые джеки, провода, вот эти, ну, HDMI, там, да, это да, позолоченные, да, там, да, вот, да, ну, да, это да. Трындец там. Вот. Но там жесть. И вот я столкнулся последний раз, когда вот наушники я себе брал, подбирал провод вот под. Монитор, ну, вот эти ушные. Ох, я сколько там. И попробовал тоже вступить в диалог там с человеком. Это жесть. То есть там объяснять бесполезно. Там вот реально, да, они на своей планете живут, там у них свои. И вот ощущение, там какой-то чувак, вот я нарвался, он ведет блог, и вот по поводу вот этих вот плееров, сейчас вот тема, да, то, что пошла вот компактно, и там наушники, затычки. Вот как он описывает это, то есть не с точки зрения там частотки, ну как, вернее, он, причем, да, он нахватался вот, ну, вершков этих, он как бы вроде тебе даже такие умные темы там по поводу вот, а вот такая-то частота, но ну, то, что он дальше говорит, это вообще капец. Ну там весело, не поржать можно, зайти посмотреть там, поприкалываться, поугарать.
потроллить. Ну, если время есть свободное, у меня там особо нет, поэтому я там потом закончил. Давай дальше. Фест после... А, Олег напоминает Абраменко, да, то, что фест послезавтра. Ну, это именно ну, то, что я говорил. А у тебя получится, не получится? Не, мы ее сейчас прям в засаде, вот. Только репетиция. Я хотел подтянуть вот Сашу, потом еще... встретился с Антоном 33 Луны. Я понял, да. Гуру. Там вот, случайно. Короче, Малого позвали в рекламе сниматься. Ну, вот бибой, типа большой папа-мама, там бибой, и типа маленького этого. И я удивился, там я пришел, ну и встретил там Антона 33 Луны. Вот, он. Оказывается, режиссер сейчас. Он, короче, ставит вот эти ролики, магниту делает. Ну, это сейчас не Галицкий, там, а другие, да, как бы. Ну, вот им замут там какую-то, короче, рекламу семейного магнита. Мой Малой там будет в этом. Короче, приехали, говорили там до 12 часов, 5 часов утра уехали. Малой в школу там не пошел на следующий день. Там вообще-то веселая история. Ну, там вот я то, что вспомнил, это Антона встретил и тоже ему предлагал. И они уезжают тоже, у них выступление будет в Ростове, и 13-го он не может участвовать. Хотел подтянуть еще ребят. Ну, вот, сейчас я повторяюсь на стриме, уже в прошлый раз говорил, вот, то, что, ребята, если кто-то поблизости у нас в крае может приехать, да, без проблем можете поучаствовать в этом процессе, тогда пишите мне в личку или Олегу Абраменко можете напрямую, да, как бы, и, ну, можно сделать замут. Ну, небольшая презентация своего творчества, там, сбросьте, да, покажите там, что к чему, что вы делаете, и вполне реально, вот, даже вот для новичка вообще это, ну, считаю, идеальный вариант, да, вот как бы засветиться, показать себя, вот не дома, что ты мутишь там у себя на кухне или выкладываешь где-то, а именно вот какой-то опыт выступления будет, ну, зовите себе. Так что присоединяйтесь, еще не поздно. Вот. Так, что касается форса в плане саунд, дизайна, конечно, железо намного интереснее. Ну да, как бы. Ну, окей. Хотя, видишь, они туда добавили, тогда я ругался на этот же лайв, да, то, что даже какого-то простого басового синта нет там. Вот, да, как бы, ну и то, видишь, это уже поюзал чувак Форс, ну, да, чтобы вы понимали, и как бы он выводы делает. Но у него, как бы, опыт достаточно большой, то есть у него разные коробки, да, синты, то есть он говорит со своей тоже колокольни. Я думаю, может, кого-то и устроит вот этот вот маленький комплекс, да, как бы этого будет достаточно, то, что там есть. Ну, три синта, как минимум, вы имеете, те, которые можно рулить, там, делать что-то в нем, вот. Так, дальше. RS-7000 еще актуален в нашей электроботне. Ну, я не знаю, как бы... В нашей электроботке. Сейчас же вот такая вот мода, как типа хипстеры, музыкальные хипстеры. Сейчас он актуальный CV, да, всякие коробочки, старые синты. Ну, для определенных, может быть, ну, кому-то зайдет. Мне даром не надо. Так, мне чаще, дальше пишет Серега опять, мне чаще прикольнее покрутить дигитак, чем форс. Вот, вот ответ, да. На вот это вот очень. Я говорю, у него очень кайфовый workflow, он заманивает. Вот это вот меня тоже очень цепляет, я поддерживаю. Я пока форс визуально, мне кажется, что это такой классный ответ, что это как будто лайв там, но при этом без компа, ну все очевидно. Но вот, я говорю, какой-то кайф. Очень упростили они, вытрясли весь мусор. Хотя его было-то немного, но как-то переформулировали, переложили. Причем... И дикитак, я прекрасно понимаю, почему к нему тянет. Причем вот такой вот момент, да, вот в обзоре даже вот дигитакта тогда я говорил, то, что есть в нем и нет в октотреке, да, на тот момент, я повторяюсь, то, что на тот момент именно так было, то, что в дигитакте была возможность при переключении паттерна в каждом паттерне назначать на внешнюю коробку, отсылать программ-чейнджи разные, да, которые будут менять у вас сами патчи вашего инструмента. То есть вы переключились здесь, автоматом у вас на внешней коробке, которая управляет Digitag, клац и пресет поменялся на другой. Клац, потом на другой переключились, клац, он поменялся. Вот такой простой штуки, как бы, да, ну, традиционной, скажем, ее не было на каждый паттерн,
в октотреке. Там у нас с вами логика, вот то, что Саша уже рассказывал, то, что даже ну, многие вообще там не могут врубиться, да, вот в эту логику. И это относится и к новичкам, и также к электронавтам уже бывалым, потому что там у нас всего 4 части. Мы привыкли там, то, что на каждый паттерн у нас там столько же паттернов, столько там, допустим, аналог фо, там саундов, и столько же еще вот у нас есть китов с вами, да, и мы можем мутить, крутить, как хотим. А здесь у нас с вами получается на 16 паттернов всего 4 части, вот, определенные ограничения. И вот это изменение программ-ченджеров, да, можно было делать тогда, на тот момент в октотреке, только в части. То есть вы поменяли часть, да, можно там, ну, 4, из 16 паттернов, короче, 4 раза только переключить, по сути, вот такой вот результат был, какой-то пресет на своей внешней коробке. Потом они обновили в прошивке это, и можно было это делать. Но смысл в том, что в Digitact это появилось сначала, потом они апгрейд сделали, добавили в прошивку уже, ну, октотрека. То есть какие-то, ну, есть моменты там, вот такие. Так, сейчас вот вопрос был по Андрей Град, да, правильно? Град или Грейд, Андрей Грейд. Ну, поправляйте, короче, синтак, у меня эти проблемы там с немецким, английским. Так, значит, после выхода МК3, есть ли еще смысл покупать Motion Studio? Есть ли какой-то инсайт, когда выйдет новая студия и чем она удобнее версии МК2? МК3. Значит, пока нет студию. Я даже сейчас прогноз уже боюсь говорить. Ну, как бы так вот, чисто имхо, да, мои мысли. Давно пора. Я думал, то, что она вообще еще прошлой весной выйдет. Вот, студия новая. Вот, я ее жду очень. Ну, скорее всего, вот то, что я вангую, это должно быть. То, что как выйдет студия, выйдет третья версия софта. Ну, вот, МК3. Скорее всего, там будет куча новых каких-то дополнений. Ну, я это из истории смотрю, как это было с выходом прошлого студио, да, и когда они выпустили Motion 2. Вот, как бы, я ожидаю, то, что так же будет в будущем. Значит, покупать однозначно в магазине я не рекомендую студию сейчас, потому что МК3 гораздо выгоднее покупка. Во-первых, в МК3 есть у вас аудиоинтерфейс, да, потом расположение кнопок, если даже это не брать в сам... Расположение кнопок другое, то есть есть какие-то фишки, да, вы можете на старых контроллерах переключать вот эти вещи, но МК3 это современная, вот уже переработанная логика, инструмент, софт тот же, да, остался у нас. Как бы, поэтому сейчас, ну, вот именно вот то, что я сейчас перечислил, он и удобнее, чем МК2. МК2 я вообще бы не рассматривал сейчас. Но удобство, студию еще можно купить, бэушную вполне. То есть можете спокойно брать себе бэушный контроллер. Если вы работаете, ну, студию и называется, да, вот в студийных условиях, у вас там железки какие-то, он удобнее даже в некоторых моментах будет, чем МК3. Например, там джокдайл отдельный, кнопки не надо шифтом удерживать и на пэдах нажимать там те же копипасты, да, вот, или нотку двигать в степ-секвенсоре, там, по пианоролу, да. Тут просто вот у тебя под рукой клац, ты удерживаешь джок и... переключаюсь. Это кайф, это удобно. Здесь тоже можно это делать, но через танцы с бубнами, удерживая shift, там, крутить большую ручку, там, маркер двигать, чтобы, или на пэдах вот выбирать вот эти режимы. В общем-то, это надо самостоятельно взвесить, насколько эти ограничения важны. Еще в чем большое отличие, вот я сказал, то, что здесь есть аудиоинтерфейс, да, зато там больше развернута MIDI-маршрутизация. У вас больше входов-выходов MIDI, то есть вы можете внешних желез больше подключить. Ну, опять вот студийный, потому что вариант. Здесь у вас в МК3 всего будет один вход, один выход. Все. То есть цепочку более там 4-5 коробок
подключать не рекомендуется. Ну, причем как, если, допустим, вы просто транспорт используете, передаете, да, там можно вообще там и длинные цепочки строить, там наспорт, там можно, так, не знаю, 20 штук поставить, там, чтобы она передавала, синхронизировала. Я говорю о рулежке, то есть когда вот у вас каналы, да, какие-то сообщения, программ-ченджи, там CC-сообщения передаете, нотки, да, там всякие вот эти вот миди-команды, и у вас капец начинают умирать просто приборы, ну, путаница получается. Вот, поэтому как бы в этом случае выгоднее студию, даже вот старую взять сейчас. Но хотя решается этот вопрос с помощью маршрутизатора, да, MIDI, то есть можете, если, с другой стороны, если у вас там уже сетап развернутый, скорее всего, у вас он и есть в наличии. Поэтому для вас, опять-таки, здесь, может, и этот момент не принципиален будет. Но я повторюсь, основная мысль, то, что если новый только МК-3, если на бэушном рынке, недорого, студию вполне можно брать. Другие контроллеры более старого поколения, МК-2 там и так далее, я бы сейчас не рекомендовал к покупке. Если вы работаете джем там, в качестве, ну, как диджей, который вот хочет играть лупами, там, паттернами, да, вот этими, присмотритесь к джему. Выгодная цена сейчас, недорого стоит. Вполне реально то, что даже если вы его купите, с него начнете, то потом приобретете в дополнение к нему еще какой-нибудь свой аппарат, тот же МК-3. И в связке с двумя вы будете работать. То есть джем, ну, классная штука. Единственное, там нет блока сэмплирования, и отчасти все равно придется смотреть в экран. Но зато есть куча разных возможностей, да, которых нет на МК-3. Допустим, сделать вот так одновременно. То есть переключить несколько, в нескольких группах сразу несколько паттернов. Это здесь вы не сделаете на МК-3. Ну, я показываю здесь, у меня на столе внизу, да, МК-3. Потому что там только в одну вы можете зайти группу какую-то и в ней переключить какой-то паттерн. То есть джем — это, ну, офигенная штука. Вот. Как бы. Ну, вот, вот так. Думаю, емко это, как видел, да, этот вопрос. Так, где дальше? Дубняк. Ну, Коля пишет, да, то, что до сих пор. А у нас тепло. Я вчера вообще... Я в майке ходил. Майки, да. Коля приезжает опять в гости. Да. Это тоже правда. Снег выпал сегодня, капец. Ну, да. Спасибо большое. Так, а, ну это же, да, то, что спрашивала. Мы, да. Так, дальше теперь. На золотых джеках слушают... А, это когда мы тему вот затронули про этих. Да, слушают шумный винил. Да. Ну, согласен. И, да, это и такое же, да, наблюдал. Ну там, да, трендец, там ты, вообще ты тема. Ты делаешь изначально в актотреке или используешь аналог ритм? Биты прикольные делать в ритме. Еще раз повторю, что последние полтора года задача встала таким образом, что важнее делать сами звуки, которыми потом через контроллеры, MIDI и вот эти все сообщения, ими их воспроизводит с пэдов, с триггеров живой барабанщик. Вот это как бы ну, основной как бы метод, как все рулится. Раньше он обращался через те или иные триггеры в ритм, заходил и по каналам, да, звуками играл. Если мы говорим, если мы убираем как бы живого человека из этой истории, то как бы, ну, два процесса совершенно разные. Если там в ритме это синтез, и там, если где-то надо быть поубедительным или просто где-то что-то не поддокрутил, то можно всегда сэмпл доложить и добиться своего нужного результата. Актотрек очень приколен своими... Ну, лайернуть, да, ты имеешь в виду? Ну, да, да, естественно. То актотрек очень приколен своими возможностями именно функциональными. То есть, например, там очень прикольно с помощью слайсов и там кроссфейдера, например, это уже совсем меняет как бы сам подход создания, да, к биту. То есть мы уже работаем не собирая ваншоты, да, в какие-то там структуры и цепочки, а можем взять просто чужой сэмпл и так его отхреначить за несколько секунд. Как говорят, хороший режиссер — это тот, не который придумал свой проект, а посмотрел у другого, сделал круче и выдал за свою. Ну, грубо говоря. То есть как бы два разных момента. Хочется в ваншоты вникать или можно что-то просто нарубить там
того же собственного барабанщика записать петлю и как-то расфигарить его, там отдельно нарезать или там... Ну, в этом плане... Привязать к свайсам ОФО, да, там какие-то такие вещи. И железок вообще просто как бы вот то, что можно намутить, да, в октотреке. Вот если вы врубитесь в логику и работы, да, его, то будете просто наслаждаться, кайфовать. И такое подобное такими простыми решениями вы не сделаете ни на одной железке, которая сейчас на рынке. Вот. Кроме софта там. Ну, софт. Ну, софт, да, это уже другая тема. По поводу спектрализа. А, ну здесь еще я хотел добавить про биты. Видите, здесь просто, скорее всего, это и вопрос задавал битмейкер сейчас, ну, с Мэйшена, да, может быть. Ну, я так предполагаю. Или кто-то, вот, чтобы понимали, у Саши больше, как вот он именно, ну, композиции, да, ну, треки, ну... песни, да, делает чувак. То есть, как бы, живыми музыкантами, сплетенными там с электронщиной, синте, да, то есть числе, это да. Да, как бы, ну, вот в этот замут ему вообще это зашло. Глядя на вот вопрос, я понимаю так, что если в кайф синтезом возиться, ну, прикольно на ритме ваншотом собирать. Если просто нравится работать с битами, то, ну, разумеется, ну, да, старые NPC или вот, например, Digitact, они, конечно, вообще закрывают эти все вопросы, да и все. Да. Ну, как бы, как альтернатива, вот то, что по Мэйшену, это, если именно с битами, там, вот эта вот тема, ну, как бы это такое, можно на час еще там обсуждать, ну, да, на эту тему. Да. Вот, по поводу спектрализа кратко скажу, сейчас мы будем уже закругляться. Значит, сложная железка, одна из самых сложных, вообще, вот, которые мне попадались в руки. Значит, сделать что-то очень плотно, серьезно. Так, сейчас Люба звонит. Может быть, там сигнал пропал. Сейчас я. Короче, по спектрализу, я просто хочу проверить, это не то, что ты там взял, там, алло, и вот все слушай. Видео как пропало, блин, сейчас. Дима, мне надо уже, да, честно сказать, сейчас уже закончить прямо сейчас. Да-да-да, да, мы сейчас будем закругляться. Сейчас. Вот я могу вот на вот ноты, да, попросить. Сейчас смотри, я перезагружу, да, по-быстрому. Да. Сейчас остановлю транс. Блин, правда, взял бы это что-нибудь покрутить. Слушай, а давай эту камеру возьмем. Давай. Что-нибудь такое. Ребят, перезапустил там. Короче, уже под конец дела идет. Ну, на камере изображение пропало. Начали звонить, говорит, то, что пока на эту камеру переключил, поставил. Значит, сейчас мы ответим на вопросы оставшиеся. То, что рассказывал, там, не знаю, слышно или не слышно будет, как там в стриме обрежется, да, теперь, потому что перезагрузил. Короче, железка сложная, емкая, вот капец. Отдельно можно пообщаться насчет... Есть короткий обзор, я делал у меня на канале, можете по спектрализу посмотреть. Железка интересная, но сравнивать ее с электроном... Электрон это вообще... Раз ее там уже накидал, что-то настолько юзабельность. Там это через танцы с бубнами у вас, там вот эти вкладки там и так далее. Вот. Отдельно можно в личку написать, или на следующем уже стриме можно поговорить о спектрализе более плотно. Пока сейчас вот ответим на вопросы, те, которые написали, и будем уже закругляться на сегодня с вами. Так, значит, что тут было? С Digitact'а, рулю, по MIDI, вирусом, нордом. Кайфовая связка получается. Ну да, если простой MIDI-секвенция... Тут не поспоришь. Все супер. Тут, смотря какие моменты, да, вот требуются. Если там как вот типа мерится там. Ну, че, что верю, да, что норд, ультрапробивные синты, концертными, да, называются. Супер. Да, то есть, в общем-то, да, ну, можно вполне. Да. Всем спасибо. Саша, удачи в творчестве. И тебе, да. Спасибо мне за тусу. Спасибо вам, ребята, заходите в гости. Значит, откуда берешь идеи для записи сэмплов в октотрек, сэмплируешь или... А ты ответил на этот вопрос? Нет, нет, там частично. Был другой. Да, у меня любимый синтезатор вообще Juno 106, например. И, честно сказать, я от него вообще очень редко отлипаю.
переключаюсь иногда на гитару, либо там на какие-то такие более функциональные вещи, там, типа басовых каких-то. То есть на коробочке накрутил, да, какие-то фишки. Это мой самый частый, это мой самый частый метод, то просто самое, срезать, да, какой-то кусок из, да, там, из наигрывания. Уже да, такое, собрал, да. Вот то же самое совершенно, то есть я беру какой-то этот, да, накрутил паттерн, да, накрутил какие-то фишки, и в этом плане вот электронные коробки. Ну, можно, сидишь так, прикидываешь там мышкой, там, ну, что-то, да, там, захотел ты там. Ну, с винила я не режу. Автоматизацию, да, там, в Logic или в Ablic, ну, то можно все это прокопировать, проставлять, ну, вот это вот, то, что шевеление даже руками, это мышка, это ты там схватил, когда ты можешь просто раскидал локи, да, там все уже какая-то. Так в том же Logic все равно типа дуб там берешь, ставишь, ну, там, на сколько-то, на квадрат себе, начинаешь мутить всю эту на историю, него, надо, да. Это вот все варианты в свое время я перепробовал, и в Logic также вот можно примастыриться ко всему, но комфортно, удобно, да, по кайфу это. Я заметил вот что, дело даже не в том, что ты туда засовываешь, а в какой-то момент ты начинаешь больше думать о том, а как еще ты можешь вхерачить этот луп, что еще ты там вспомнил там и не забыл там, куда там что направить. Вот эти вещи начинают занимать голову. В итоге получается, что из любого там писка, там, ну, вот эти видели мы, да, все видосы, там и гранулярят ребята, и что угодно, оно вот прикольно пользоваться функционалом, что-то вертеть, ломать, вот это вот. А уже что за звук? Ну, тут уж как там пойдет. Если вопрос был по поводу того, там, срезаем мы какие-то, там, с какого-то фанки-трека, там, партию, которую всаживаем в трек, нет, мы, ну, сами. Это Ченг так делает, это круто получается. Ну, да, нет, ну, есть чуваки, здесь спору нет. Мы сэмплируем, там, бывает, там, ну, или с видосов, какие-то, даже с фильмов куски, там, какие-то фразы я вырезал, но это не основная, да, техника использования. С первого канала я вырезал фразу, в новом альбоме есть фраза «Россия вспоминает жертв». Только сказал, да, вот пример. Вот, то есть секвенции пишем сами, создаем, как бы, ну, тут как, у каждого свой подход. Вот. Сейчас занимаюсь чувачком интересным, академическим клавишником, джазменом, ну, прикольно, на своего тему, вот эту уже МК-3 там купил, хип-хоп, да, и как бы в нее заходит. И он, для него это вообще дикость была вначале, как это, в смысле, они нарезают, и я говорю, чувак, ну, с пластинки берут, вырезают партию, потом раз, слайсить, вот, уже мы там с ним прозанимались недели 4 в общей сложности, ну, недели 3,5. И, короче, сейчас он уже врубается, и вот мир открывается, новый для него, потому что он думает, как это так, для него, ну, для пианиста, да, там, там наимпровизировал, да мне ж проще вот так взять, там, да, накидать, да, сразу, да, фиглями, там, срезать сэмпл, там, с него, там, это, мутить, слайсить, там, и так далее, вот, окей, есть дальше, откуда, так это, и еще последний, давайте, сейчас будет вопрос, и мы будем закругляться, странно, на самом деле, что ты, Дмитрий, так хорошо отзываешься о Мышин, хотя сами старые школы, ну, другие железы, но это вот, смотрите, здесь вопрос, вот, у меня, я объективно подхожу к этим вещам, то есть я не гернатократ, это тот человек, который вот привык на каком-то там ставу, вот железо, о, железо это круто, софт это фигня там, короче, я думаю, то, что вот полгода плотно позанимаетесь саунд-продюсированием, да, вот как бы вникните в тему и поменяйте свое мнение. На самом деле сейчас нет этих границ, да, вот как бы софт крут, там офигеннейший просто. Ты говоришь, что именно на Мэшин, да, если посетить полгода. Да. Мэшин вообще просто на нем можно мутить. Вот если у вас логика коробочная, как раз вот именно вот паттерны, да, вот вся эта штука. Вот Мэшин это оно. Вот вам очень просто будет перейти на Мэшин и в обратную сторону, потом там, наоборот, начиная с Мэшина, легко будет адаптироваться туда. Вот, то есть как бы здесь границ нет. По поводу лайва, ну вот Коля Лем, да, вот, который такой, один из крупных таких электронавтов, да, вот, он работает также лайвы на Мышине. Вот можете спросить у него, как это так вот с электронов он на Мышине начал. Это инструмент просто для работы, для воплощения вашего творчества, поэтому как бы здесь каких-то жестких рамок нет. Хоть калькулятор вы используете. Главная идея под проект, да, там, ну и так далее. Не вижу ничего здесь странного, как бы, в этом. Ну, ну что, тогда закругляемся, да? Да, я понял. Тогда, боюсь, ребят, мы прощаемся с вами до следующего стрима. Как всегда, человек 30 пришло, посмотрели, кто-то там отвалился уже под конец, потом будет досматривать записи, включит на скорость 2, а завтра утром проснусь, и там будет там
в среднем 500 просмотров, да, людей, которые в скорости это смотрят. Ну, поэтому повторяюсь, то, что если буду какие-то фишки, вот, не знаю, вот, чем-то разыгрывать, там, может, какие-то там курсы, да, там какие-то, ну, чем-то буду увлекать, чтобы вы приходили в реальности общаться на живой стрим, там задавать свои вопросы и так далее. А те, кто смотрит сейчас записи, это уже вопрос не смогут задать. Вот тогда приходите на следующий стрим и задавайте свои вопросы. Мы там, ну, с ребятами на них ответим. Все, вот, с нами, Петр, с нами был спасибо, Саша удачи. Анджело, модель поведения. Послушайте его творчество. Ну, я думаю, то, что там есть чему поучиться. Вот. И какие-то вопросы, если остались, можете писать мне, тебе, да, можно. Да, вообще все, да, то есть без проблем, да. Будем на связи. Творческих успехов, все, пока. Спасибо большое, пока. Так, сейчас теперь тут. Опс, сейчас я еще тут не отключил. Так. Все.